The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Коллеги, кто на связи, добрый день. Давайте еще пару минут подождем остальных участников и на самом деле приступим. Две минутки, и мы начинаем. Очень забавно наблюдать за тем, как люди подключаются, отваливаются. У меня же здесь счетчик показывает. Я всех вижу. Ну, наверное, хватит. Кто к нам присоединится позже, будет слушать позже. Добрый день, коллеги. Сегодня мы поговорим, продолжим разговор, на самом деле закончим цикл из трех вебинаров, посвященных интернет-магазинам на платформе Bittrex управления сайтом. Я сегодня буду рассказывать про вопросы безопасности, производительности и, в общем-то, ряде вещей, связанных с оперативной эксплуатацией магазина, то есть вопросом, которым вам придется заниматься после того, как вы успешно, как мы надеемся, запустили свой интернет-магазин на нашей платформе. Расскажу не только о платформе Bittrex управления сайтом, а также расскажу о том, насколько важно для современного интернет-магазина вообще, в принципе, управление продажами и, самое главное, решение вопросов оперативной коммуникации с потенциальными клиентами, с клиентами существующими. Поэтому буду рассказывать в том числе и про продукт Bittrex 24 и как использовать его возможности в связке для повышения эффективности работы интернет-магазина. А после того, как я закончу, наш коллега, наш партнер из партнерской компании Intec, из интернет-агентства Intec, Владимир Гезовских, будет рассказывать, как правильно продвигать интернет-магазин, какие вопросы, связанные с эксплуатацией, приходится решать на практике. Ну, в общем, поделится практическим опытом на своих реальных кейсах, тех ситуациях, с которыми они, как партнеры, внедряющие наш продукт в реальный бизнес, сталкивались в своей практике. Ну, давайте, собственно, приступим. Трансляция идет, я надеюсь, вы экранчик видите. Обратите внимание, что вы можете задавать в процессе вебинара вопросы через чатик. Пожалуйста, не стесняйтесь, спрашивайте. Я постараюсь и в процессе вебинара, и, может быть, в конце на общего плана вопроса ответить. Конечно, с какими-то частными кейсами, наверное, я буду отправлять техническую поддержку. Но, может, отвечу. Не стесняйтесь, задавайте. По крайней мере, вы будете знать, что спросили, а мы постараемся ответить либо на вебинаре, либо после. Специально для вебинара я развернул опять, как и в прошлый раз, на прошлом нашем мероприятии, развернул виртуальной лаборатории готовый интернет-магазин. Сейчас не стал уже показывать саму процедуру развертывания, вы сможете ее посмотреть в записи прошлого вебинара. Она простая, заняла 10 минут, и у нас есть готовый интернет-магазин, на котором я буду показывать внутренние наши инструменты. Пойдемте в раздел администрирования, чтобы там, собственно, и посмотреть, какие возможности дает платформа по решению вопросов безопасности и производительности.
Ну, начнем с самого важного. Значит, у нас есть раздел «Настройки». Это целая секция, целый набор инструментов, предназначенных для администрирования настройки, поддержания работоспособности, технической работоспособности интернет-магазина. И начнем мы с самого главного пункта, а именно с проверки. Вообще, когда вы уже запустили интернет-магазин, вот на самом деле даже, наверное, перед тем, как его официально запускать, необходимо пройти проверку, которая покажет, что все сделано правильно с точки зрения технических решений. По-хорошему, это must-have такой шаг, его обязательно надо сделать. Если вы не проверяли свой сайт, вы не можете быть уверены, что он нормально работает. И мы для того, чтобы облегчить вам вот эту проверку перед запуском, и на самом деле периодическую проверку в том числе, потому что, ну, мало ли, где-то что-то сломалось, за этим нужно следить, сделали инструмент автоматического тестирования, который, собственно, нужно просто запустить, и дальше Bittrex сам себя проверяет. У нас здесь в лаборатории хостинг хороший, поэтому это все очень быстро происходит. Обратите внимание, что он по целому ряду критериев пробегается и смотрит, а все ли у вас на сайте сделано хорошо. Он проверяет необходимые настройки PHP. Он проверяет наличие необходимых модулей серверного обеспечения, без которых интернет-магазин, ну, либо совсем не будет работать, либо будет работать неправильно в каких-то аспектах. Например, при интеграции с платежными системами. И так далее, так далее. Есть ошибки, есть замечания, то есть рекомендации, которые мы, как разработчики платформы, на которые мы рекомендуем обратить внимание, чтобы вы, по крайней мере, знали, что некий факт имеет место быть, и даже уже принимали решение, оставить все как есть или поменять. Ну вот, например, про окружение, которое у нас развернуто в виртуальной лаборатории. Продукт пишет, что агенты выполняются на хитах. Ну, это важный на самом деле момент, про который не всегда помнят. Связан он с тем, что платформа Bittrex, она не только показывает сайт для ваших потенциальных посетителей и покупателей. На самом деле она внутри проделывает целую кучу дополнительной работы. Подсчитывает количество остатков, проводит какую-то аналитическую сводку и так далее, и так далее. И она это все делает в неком фоновом режиме, в то время как люди ходят по вашему сайту. И может возникнуть ситуация, когда, например, у вас посещаемость не очень большая, ну, в связи с той рыночной нишей, которую вы, например, занимаете, но просто не ходит к вам десятки тысяч людей, просто потому что это ограниченному количеству людей интересно. Я не знаю, яхтами вы торгуете? Дорогими! Ну, будет ходить туда 5 человек, но все миллиардеры. Так вот, пока эти 5 человек приходят, а приходят они не так часто, получается, что ваш сайт никакую работу сам по себе выполнять не может, потому что никто к нему не обращается. И вот эту вот аналитику он в том числе собирать не будет. Почему? Потому что агенты, то есть внутренние роботы, занимающиеся этой работой, они работают на хитах, то есть в тот момент, когда кто-то находится на сайте. Никого нет, никакой работы не происходит. Это может быть также повлиять на отправку, например, почтовой рассылки, которая тоже делается не единоразово, а строится сначала очередь, которая потом постепенно отправляется, чтобы не создавать лишней нагрузки. Это работает само, работает чаще всего нормально, особенно при серьезной посещаемости сайта, но иногда рекомендуется подобные работы включать на так называемый крон. Это когда на вашем серверном программном обеспечении автоматически с заданным расписанием запускается скрипт, который вот эту всю фоновую работу будет выполнять. Мы, собственно, проверяем, выполняется ли вот эта фоновая работа на хитах или на кроне, и обращаем ваше внимание, что, ребята, вы посмотрите, что вы хотите. Хотите на хитах? Считаете, что посещаемости достаточно? Окей. Если вы понимаете, что какие-то потенциальные проблемы из-за этого могут возникнуть, переключитесь на крон. И мало того, что мы предупреждаем, инструмент рассказывает, что именно надо внутри настроить и как, чтобы поменять этот момент. Ну и так далее, и так далее. Ну вот, например, кстати, нам показывают ошибку о том, что с этого конкретного сайта не будут отправляться никакие почтовые нотификации. В данном случае это оправдано, потому что это виртуальная лаборатория, на которой развернута демонстрационная версия продукта, и мы, естественно, не даем возможности технически отправлять отсюда почту, чтобы этот канал не использовали для спама.
Но когда речь идет про нормальный работающий сайт, продающий интернет-магазин, вам надо, чтобы оттуда почта уходила. Иначе как вы письма будете отправлять и рассылки своим потенциальным клиентам? Вы даже нотификации системные о каких-то проблемах или о выполненных заказах, чтобы за ними следить, не сможете получить, если у вас не работает отправка почты из интернет-магазина. То есть вот эта ошибка крайне важная. Проверяйте периодически, она может отвалиться. Сегодня работала, завтра перестала. Не надо рассматривать программное обеспечение как, я не знаю, там, тысячелетний замок, который стоит и ничего с ним не бывает. Увы, то, что сегодня работало, завтра по каким-то причинам могло сломаться. Ну, например, на хостинге обновили программное обеспечение из-за того, что затыкали какую-то дыру безопасности. Это постоянно происходит, потому что хакеры ломают, они находят новые уязвимости, производители софта эти дырки затыкают, но любое изменение в программном обеспечении потенциально может привести к каким-то неожиданным ошибкам, которые недопроверили, или в каких-то нестандартных ситуациях эти ошибки себя проявили, а на тестах нет. Проверяйте периодически, как работает платформа, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, а самое главное – за потерянные продажи. Инструмент проверил себя вплоть до структуры базы данных. Мы убедились, что все работает хорошо. Можем провести еще одну проверку, связанную с проверкой доступа к файловой структуре сайта. Как вы знаете, Bittrex управление сайтом позволяет вашим контент-менеджерам прямо, не обращаясь к никаким дополнительным инструментам, без дополнительных внешних визуальных редакторов, например, полностью заниматься контентом сайта, создавать разделы, создавать страницы, редактировать их, менять содержимое, вставлять какие-то компоненты, картинки и так далее, и так далее. Но все это требует на самом деле, чтобы платформа, чтобы движок сайта имел права доступа к тем самым файлам, которые потом будут править контент-редакторы. И иногда из-за кривых настроек на хостинге, когда платформа запускается с одними правами, а я не знаю, там FTP-протокол с другими, и вы туда какие-то файлы по FTP загрузили, иногда возникает конфликт, что файл как бы есть, сайт может к нему обращаться для чтения, но не может обращаться для записи. Таким образом, для контент-редактора эти файлы становятся недоступны, они их не могут поменять. Вот чтобы эта ситуация не возникла, или во всяком случае, чтобы вы увидели эту проблему и могли ее исправить, есть такой инструмент, как проверка доступа. Мы не будем его сейчас запускать, потому что это достаточно длительная процедура. Он проверяет вообще все файлы вашего сайта, а их там довольно много, мягко говоря. Но перед запуском интернет-магазина, до того, как вы его пустите в реальную эксплуатацию, желательно такую проверку осуществить. Вы сделаете ее один раз, увидите, что самая главная публичная часть сайта доступна для редактирования вашими контент-редакторами, конечно, не внешними, не авторизованными пользователями. Убедитесь и работайте с этим, так сказать, дальше. Это мы говорили про изначальную проверку непосредственно технической стороны работы платформы. Следующий крайне важный вопрос, который необходимо проверить и проверять постоянно, это безопасность. И здесь мы идем в соответствующий инструмент, который называется проактивная защита. Проактивная защита состоит из нескольких вещей, в частности из сканера, ну по сути некого такого фаервола в том числе, антивируса, который проверяет заражение вашего сайта троянами, какими-то вирусами и прочими там вставками. Это крайне важный момент. Почему? Мы все-таки говорим об интернет-магазинах, то есть о площадках, которые продают что-то, которые содержат финансовую информацию в том числе, то есть данные о покупках пользователей, их авторизацию, потому что, ну, скорее всего, заказы, которые вы храните в интернет-магазине, они связаны с зарегистрированными пользователями и в том числе с вашими сотрудниками, которые имеют непосредственный доступ к заказам, к их статусам, могут создавать заказы, выставлять статус оплачено, что будет влиять на доставку и на работу бэк-офиса и так далее, и так далее. Теперь представим, что какой-нибудь хитрый вирус, внедрившись на сайт, перехватил авторизацию ваших менеджеров по продажам и начинает создавать левые заказы, пользуясь этой дырой безопасности для того, чтобы получать фактически ворованные вещи.
Допускать этого нельзя. Второй момент. Вирусы зачастую заражают ради того, чтобы потом у тех посетителей вашего сайта, которые к вам приходят, занести трояны им и превратить их компьютеры в роботов для рассылки спама, к примеру, или перехвата уже паролей на компьютере и так далее, и так далее. То есть ваш сайт, если его не проверять на безопасность, если его не проверять на заражение вирусами, троянами, может стать той дыркой, который повлияет на безопасность ваших посетителей и в конечном итоге навредит целой куче народа и вашему имиджу в том числе. Тот же Google, тот же Яндекс, они отслеживают наличие вирусов на сайтах, и если вы не решите этот вопрос заранее, и вирус к вам проникнет, Яндекс или Google это увидят, то вы очень сильно упадете в поисковом рейтинге, и восстановиться будет достаточно сложно после этого. То есть это большая проблема в любом случае. Этим надо заниматься. Если взлом происходит, то лечение последствий обойдется сильно дороже, как это обычно происходит, чем ранняя диагностика и безопасность изначально. Мы не будем сейчас запускать сканирование, поскольку этот инструмент на нашей площадке, виртуальной лаборатории, он, в общем-то, практически заблокирован, потому что он создает действительно серьезную нагрузку, а виртуальная лаборатория предназначена для тестирования возможностей продукта, не для эксплуатации. Но вы на своих сайтах обязательно нажмите на эту прекрасную кнопочку и дождитесь результатов сканирования, чтобы убедиться, что у вас никаких эксплойтов нету на сайте, что никто грязными сапогами там не потоптался и что пока никаких проблем с безопасностью нет. Мы вообще на самом деле даем аналитический инструмент, который позволяет вам за своей безопасностью следить. Он не просто проверяет, что происходит на сайте, он дает вам рекомендации. То есть вот текущий статус, который показан на панели безопасности, предупреждает меня как администратор сайта, что уровень безопасности-то, в общем-то, слабый. А в данном случае это не страшно, потому что через 3 часа карета превратится в тыкву, то есть вот этот временно созданный сайт, он умрет, он исчезнет, его целиком удалят, никаких эксплойт ему не страшны, в общем-то, и никаких пользователей он не повлияет. Кроме меня сейчас и вас, кто смотрит этот вебинар, даже этот адрес никому не известен. Но, тем не менее, давайте пройдемся по продукту, посмотрим, какие рекомендации он дает. Ну, во-первых, он, естественно, рекомендует сделать то самое сканирование, которое мы сейчас не делали, в силу того, что это длительная вещь. Он говорит о том, что проактивный фильтр, то есть firewall, включен. И это очень важно. Фактически наш сайт сейчас занимается защитой самого себя. Он отслеживает попытки взлома, а ломать вас будут обязательно. Не надо думать, что если ваш сайт только-только запущен, например, или там не так много посетителей, его не будут ломать. Ломают все и всегда, причем ломают в автоматическом режиме. Это не значит, что сидят там 5 взломных хакеров, как в голливудских фильмах, и подбирают пароли там к вашему сайту. На самом деле все достаточно прозаично и не так драматично. Роботы, настроенные на поиск известных уязвимостей в известном программном обеспечении, занимаются сканированием интернета, по сути, обращаются ко всем сайтам, которые найдут, и проверяют их на наличие дырки. Так, тюк-тюк-тюк, дырка есть? Нету. Вы эту дырочку постучали? Есть? Закрыто. А сюда? Опа! Открыто! Ну и поехали. Остальные роботы начинают этот эксплойт эксплуатировать, по сути, заражая ваш сайт, как я уже сказал, троянами, вирусами, предназначенными для дальнейшего распространения, поиска какой-то конфиденциальной информации и так далее, и так далее. То есть, как только вы вышли в интернет, это на самом деле касается и ваших компьютеров, подключенных к интернету. Вот вы сейчас сидите, ничего не слышите, а у вас в компьютере сейчас ковыряются. Ну, или, по крайней мере, пытаются поковыряться. К этому нужно относиться с пониманием. Это происходит всегда, постоянно. Закрыться от этого невозможно. Все, что мы можем, пытаться такие попытки отслеживать и блокировать. Вот на уровне Bittrex управления сайтом мы даем целый инструмент, который эти попытки блокирует, и вам об этом потом рассказываю. Называется это проактивный фильтр. В него можно потом сажать какие-то исключения, как-то его донастраивать, уже в зависимости от эксплуатации вашего конкретного сайта. По умолчанию он все подозрительные действия блокирует, не дает выполнить. Уровень безопасности группы администраторов. Ну, давайте посмотрим, что нам расскажет Bittrex по этому поводу. А на самом деле,
Как вы знаете, пользователи внутри Bittrex могут привязываться к различным группам. И это могут быть группы зарегистрированных пользователей или там старых покупателей, VIP-покупателей, которые принесли нам уже каждый по 25 тысяч долларов за кусочек яхты и так далее. У каждой группы есть свои настройки, в том числе связанные с безопасностью. И понятно, что пользователи, которые имеют административный доступ к интернет-магазину или полуадминистративный для того, чтобы работать только с заказами, например, защита их безопасности, она становится крайне важной. Поэтому желательно для таких пользователей ставить повышенный уровень безопасности, который подразумевает целый ряд ограничений, связанных с их работой. Ну, например, они смогут заходить в административный раздел сайта только с конкретных IP-адресов. То есть вы знаете, что ваши менеджеры по продажам, они все работают из офиса. Удаленной работы, например, нет. Дополнительным критерием безопасности является, что они могут заходить, то есть Bittrex сам их будет пускать только в том случае, если они приходят из вашей локальной сети, из вашего офиса. Если они попробуют из дома работать, он их отплюнет, например. И это позволит защититься от, ну, например, воровства паролей. Когда пароль кого-то из менеджеров ушел на сторону, и какой-то злодей Вася Пупкин хочет взломать ваш интернет-магазин, сидит он же не в офисе, он-то сидит у себя дома, и даже зная пароль, он, получается, не сможет этим ворованным паролем воспользоваться, потому что что? Bittrex его не пустит. Имейте это в виду, это, конечно, как и любая дополнительная защита, она создает дополнительные неудобства. Ну, то же самое, как если у вас 8 дверей дома, взломать их 8 раз сложнее, чем одну дверь, но вам приходится каждый раз ходить со связкой ключей и для того, чтобы домой зайти, все 8 дверей открывать. Это очень геморройно, но зато безопасно. Вот приблизительно та же самая история и с компьютерной безопасностью. Ограничения по IP, ограничения на длину пароля. То есть вы говорите, ребята, если вы имеете доступ к нашим заказам, у вас должен быть пароль 25 символов, включая цифры, дополнительные символы вроде скобок и решеток и так далее. Это неудобно вводить, но это безопаснее, чем пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, например. Там. Или пароль, слово пароль, который очень легко подбирается по словарю. Вы можете подробно потом посмотреть эти опции. Они у вас есть в платформе. Зайдите на свой сайт в административный раздел, посмотрите, какие вещи вы можете сделать для того, чтобы поднять уровень безопасности, ну, по крайней мере, группы администраторов. Конечно, для обычных пользователей, ваших покупателей, такие настройки ни к чему, потому что ваша задача, чтобы им было как можно проще авторизоваться на вашем сайте. Но для администраторов история совершенно другая. Целая куча инструментов. Журналирование событий главного модуля. Обязательно сделайте, чтобы вы видели, кто, когда авторизуется, деавторизуется, чтобы, по крайней мере, вы следили за событиями, происходящими с вашими сотрудниками. Чтобы мы увидели, может быть, попытки воспользоваться ворованным паролем и так далее. Защита административной части. Ну, вот это, кстати, интересный тоже момент. Опять же, можно включить ограничения по диапазону IP-адресов, чтобы, в принципе, в админку могли заходить только сотрудники компании. Не глядя на привязку к паролям и прочим вещам, просто говорите, административный раздел только из офиса. Публичная часть страницы, то есть то, что видят пользователи по вашему адресу, вот здесь вот, она будет доступна для всех. Ну, если хочется зайти в администрирование, извините, только с рабочего места. Полезно. Полезная вещь. Если вы не работаете удаленно, если ваши сотрудники, ну, не нанимаете, например, каких-то фрилансеров, которые у вас контентом занимаются, или не обращаетесь к нашим партнерам за услугами продвижения, технической поддержки, такая защита пригодилась бы. И так далее, и так далее. Давайте следующий посмотрим инструмент. Это антивирус. Тоже крайне полезно его включить. Здесь он сейчас выключен, ну, поскольку не подразумевается редактирование контента. Ну, просто на словах объясню, зачем это нужно. Ну, как и любой антивирус, он, по сути, пытается отслеживать изменения ваших файлов и анализировать эти изменения на наличие в них вирусов. Вообще говоря, при наборе вот этих инструментов до сих пор не было публичных случаев взлома платформы как таковой.
И веб-антивирус в том числе этому сильно помогает. Он защищает от человеческих ошибок. Надо понимать, что мы не являемся, как обычно, люди, специалистами по безопасности. Вот я даже, будучи техническим специалистом во многих аспектах, я не понимаю всех аспектов безопасности. И меня продукт тоже должен защищать так же, как и вас. Ну, как часто, допустим, происходит контент-редактор, маркетолог, например, может быть, не очень квалифицированный в техническом плане, обнаруживает новый маркетинговый инструмент анализа в интернете, который предлагает бесплатно повесить какой-нибудь скрытый JS-код на вашем сайте, после чего расскажет вам все о ваших посетителях, даст их, я не знаю, профили в социальных сетях и прочим, и прочим, и прочим. И все это бесплатно, только поставьте наш небольшой JS-скрипт. Радостный маркетолог для того, чтобы получить новые какие-то инсайды об аудитории целевой, берет код этого счетчика и действительно вставляет его на сайт. А потом оказывается, что на самом деле эта JS-ка является, помимо того, что она является маркетинговым каким-то инструментом, содержит в себе эксплойт. Может быть, авторы этого решения сразу туда его вставили ради этой цели и рекламную кампанию сделали. Может быть, их сломали, их счетчик стал зараженным, и они стали раздавать зараженный счетчик своим пользователям. Вариантов может быть вагон. Это может быть халатность, это может быть действительно взлом, человеческая ошибка, все что угодно. Если в Bittrex управление сайтом в этот момент у вас включен веб-антивирус, а его надо включить, как я уже сказал, то даже при попытке вставить этот самый JS-код, он его уже будет проверять на подозрительные какие-то конструкции, если он увидит, что какая-то непонятная информация уходит, если он как-то хитрым образом закодирован, например, или пытается читать данные пользователей. Антивирус либо в принципе не даст вам сохранить эти изменения на сайте, либо в журнале создаст запись по этому поводу. Ну, например, вот видите, тут есть опция вырезать код из сайта. Он может автоматически вас полечить. Ваш маркетолог, нанятый какой-нибудь левый доктор, так сказать, вставил этот код в сайт, а Bittrex управление сайтом его вырезал, об этом написал большими буквами, погрозил пальцем и защитил ваш сайт от дырочек. Обязательно включите антивирус. Он скорее поможет, чем помешает. Хотя, конечно, надо понимать, что любой антивирус, даже если он у вас просто на компьютере стоит, он, конечно, имеет определенный процент ложных срабатываний. Он может посчитать вирусом вполне себе легитимный код, в котором вы уверены, который вы точно знаете, что не содержит никаких проблем. Ну, в этом случае тогда, наверное, лучше включать режим занесения в журнал, чтобы, ну, Bittrex не оказался слишком умным, доведя ситуацию до абсурда. Выбор за вами. Главное думать об этом вопросе, думать о безопасности, пользоваться теми инструментами, которые мы даем. Ну, наверное, еще расскажу про двухэтапную авторизацию. Еще один такой заслон на дороге злоумышленников, которые пытаются взломать ваш сайт, может быть, даже занимаясь социальным инжинирингом. Ну, то есть, как это в КВН было. Для того, чтобы все знать, компьютер не нужен, нужен утюг. Вот, значит, даже если они воспользуются утюгом и узнали пароли ваших администраторов, но при этом не смогли воспользоваться двухфакторной авторизацией по ряду причин, то будет защита. Что такое двухэтапная двухфакторная авторизация? Это механизм, который требует не только ввода постоянного пароля от пользователя, но он требует генерации одноразового пароля для конкретного захода на сайт. И генерацией таких паролей занимается либо специальное устройство, их можно купить, они, в общем-то, стандартные, работают по стандартным протоколам. Ваши сотрудники, у каждого свой такой приборчик. Вот он заходит на сайт, он вводит логин-пароль, нажимает на кнопочку, генерируется одноразовый код, он его дополнительно вводит, Bittrex сверяет этот код с внутренними счетчиками, либо пускает, либо не пускает. То есть даже если человек кому-то рассказал про свой пароль, злоумышленник, не имея вот этого индивидуального устройства, воспользоваться этим паролем не сможет. Вместо устройства можно воспользоваться мобильным телефоном. Есть готовая утилитка, называется Bittrex OTP. Давайте ее можно даже, наверное, найти. Сейчас мы возьмем. Она есть для платформ iOS и, соответственно, Android.
Ну, к примеру, вот так вот. Мы даже не будем сейчас эту страничку закрывать, потому что есть еще важные утилиты мобильные, которые могут вам пригодиться. Вот, собственно, оно. Это бесплатная утилитка, которая, собственно, позволяет вам генерировать вот эти одноразовые пароли. То есть вы проходите процедуру инициализации, двухэтапной авторизации. Она у каждого пользователя может подключаться отдельно, но на самом деле у группы пользователей. То есть не нужно никаких дополнительных устройств покупать, просто ставите программу на мобильник, перед заходом на сайт запускаете программу, нажимаете на кнопочку, она генерирует очередной код, либо этот код генерируется автоматически каждые сколько-то секунд, то есть вам достаточно запустить утилиту, вы увидите вновь сгенерированный код, быстренько его введете, вас пустят на сайт, и код тут же протухнет, то есть даже попытка воспользоваться им еще раз в это же приблизительно время, она успехом не увенчается. То есть это дополнительная защита, которую рекомендуется использовать, особенно если вы понимаете, ну, что бюджеты, скажем так, вашего интернет-магазина большие, и финансовые потери от взлома интернет-магазина будут значительными. Тогда лучше, наверное, потерпеть некое дополнительное неудобство. Ну, мы все понимаем, что вам придется, по сути, два раза пароль вводить. А мы, например, на работе, пользуясь Bittrex24, всегда используем двухфакторную авторизацию. То есть каждый день постоянно используем двухфакторную авторизацию для доступа к бэк-офису в том числе. Это, конечно, немножечко выматывает при каждом чихе вводить ОТП, но зато это гарантирует дополнительный блок для злоумышленников, информация важная, она конфиденциальная, лучше помучиться, вводя ОТП, чем потом разгребать проблемы с потерянной информацией. Все слышали о том, как утекают данные карт клиентов, даже в крупных брендах, как утекают списки клиентов с e-mail адресами. Вот это вот все, что вот этого не допустили вы в своей ситуации, не пренебрегайте, пожалуйста, безопасностью. Перейдем к вопросу производительности, к вопросу скорости работы интернет-магазина. Если мы все проверили, защитились от злоумышленников, теперь наша задача, чтобы наш интернет-магазин работал быстро. Почему он должен работать быстро? Ну, во-первых, потому что пользователи ждать не будут. Вообще, очень часто владельцы магазинов, особенно если они горят своей идеей, если они сделали хороший с точки зрения функционала магазин, если у них хорошая качественная номенклатура и хороший ценник. Ну и вообще они вложили много труда в запуск своего проекта. Многие верят, что посетители сайта всем этим сразу проникнутся, и у них возникнет внутренняя, ничем не объяснимая лояльность. Вот, к сожалению, это случается не так часто, и скорее нужно рассчитывать на то, что пользователи, которые впервые о вашем интернет-магазине узнают, они о нем узнают случайно и даже не обратят внимания на бренд и прочие дела, они будут решать свою конкретную задачу поиска конкретного товара. И стандартный сейчас, в общем-то, для подавляющей части аудитории является такой сценарий. Когда они, например, ищут, я не знаю, штаны зеленые в крапинку, они пойдут в Яндекс, наберут там поисковый запрос. Или они пойдут в Яндекс.Маркет и там наберут поисковый запрос. После чего система даст им сразу там, десяток-два ссылок на эти самые более-менее подходящие штаны. А может быть даже на одинаковые совсем, потому что уникальной номенклатурой обладают далеко не все интернет-магазины и, скорее всего, вы, наверное, тоже не обладаете, может быть, за редким исключением. Это означает, что пользователю, в общем-то, все равно в каком интернет-магазине покупать, он сначала ищет сам товар, а только потом уже пойдет в интернет-магазин и, может быть, оценит дополнительные плюшки, которые непосредственно ваш магазин ему предложит. Ну, а теперь представим, вот он открыл в Яндекс.Маркете десяток вариантов со штанами, и дальше он что делает? Он кликает туда-сюда одновременно там на 3-5 сайтов и смотрит, что будет.
Вот он кликнул на один сайт, а тут не открывается. Секунду не открывается, две не открывается. Да черт с ним. Он его закрыл, эту вкладку, он в ваш интернет-магазин даже не попал. Он не сумел оценить прекрасный ваш фильтр, который вы продумывали с разработчиками сайта 3 месяца и отлаживали. Он не смог увидеть, как прекрасно у вас работает бонусная система и как много скидок вы ему предложите при покупке и подарков раздадите. Он просто не дождался открытия страницы и даже к вам не зашел. При этом вы на самом деле за попытку его туда зайти уже денег дали. Как я говорил на прошлом вебинаре, бесплатных посетителей интернет-магазина в природе не существует. Это такой сферический конь в вакууме, которого никто не видел никогда. Вы в любом случае за каждое посещение вашего сайта уже кому-то дали денег. Вы дали денег SEO-шнику, который занимался продвижением вашего сайта. И каждый посетитель – это на самом деле вот тот бюджет, который вы потратили на SEO, и будете продолжать тратить, потому что SEO – это не одноразовая задача, это процесс. Им всегда надо заниматься, это все время расходная часть. Вы все время за этот поисковый трафик платите. Просто вы их платите не Яндексу или Гуглу, вы их платите специалистам, которые выполняют работу, и платите техническим специалистам, которые модифицируют ваш сайт ради того, чтобы SEO работало нормально. Это всегда затраченные деньги. Вы платите эти деньги непосредственно каким-то рекламным площадкам. Вы платите Яндекс.Директу и так далее, и так далее. Не бывает бесплатных посетителей. И теперь представьте, вы оплатили всех этих посетителей, они пришли и не дождались, пока ваш интернет-магазин откроется. Факт перехода зафиксировался, денежка уже ушла, посетителей вы не получили. Поэтому скорость сайта крайне важна. Скорость сайта влияет на поисковую оптимизацию в том числе. Роботы Яндекса, Гугла и прочих поисковых систем, они ждут, что сайт будет открываться быстрее, потому что они стараются, ну, условно, смотреть на сайт глазами обычных посетителей. Если они видят, что сайт открывается медленно, никто ждать не будет. Они, скорее всего, отложат проверку вашего сайта, индексирование на недельку, потом на две недели, потом на месяц, а потом вообще забудут, и будете вы в самом низу рейтинга. То есть сайт прекрасный, функционал замечательный, но только потому, что он работает медленно, вы значительное количество трафика теряете. Что же делать? Ну, сначала выяснить, кто виноват. Для этого у нас есть целая панель, которая называется «Производительность». Давайте на нее посмотрим. Есть такая штука, как тестирование производительности. Мы ее сейчас вот запускаем. Конечно, желательно делать это не в течение 5 минут, а в течение длительного, в общем-то, срока. На самом деле, что сейчас происходит? Сейчас Bittrex следит за всеми посетителями сайта и пытается понять, как быстро с точки зрения этих посетителей работает интернет-магазин. Обратите внимание, не как быстро генерируются страницы сами по себе, потому что это может происходить, например, достаточно быстро. Но при этом канал у хостера плохой, и уже быстро сгенерированные страницы пользователи получают с определенной задержкой. Ну, потому что где-то барахлит интернет, скажем так. Для посетителя это означает, что ваш сайт работает медленно, хотя технические специалисты скажут вам, например, да у нас все офигенно, мы сгенерировали тут за доли секунды ваши страницы, все, что мы могли, мы сделали. Но для вас, как для владельца бизнеса, как для владельца интернет-магазина, это, в общем-то, все несущественно, потому что в итоге-то посетители уходят, точнее, не доходят до вашего сайта. Поэтому, конечно, тестирование желательно проводить подольше, чтобы вот этот срез производительности, он был как можно более точным, чтобы вы увидели, что в реальности происходит. Потому что, ну вот сейчас в течение 10 минут он быстро работает, следующие 10 минут по каким-то причинам медленнее. Чем дольше тестируете, тем более точную информацию вы получаете. Для чего? Чтобы потом уже принимать какие-то решения. Оптимизировать ли сайт, переехать ли на другой хостинг, может быть, сменить дата-центр, быть поближе к Москве, например, если у вас большая часть рынка – это Москва. Или наоборот, быть поближе к Владивостоку, если основные ваши покупатели именно там и живут. Зачем вам выбирать дорогой московский хостинг, если вы понимаете, что посетители в Владивостоке, им придется через всю страну пакеты, так сказать, гонять. Это все тоже влияет на скорость. Ну, мы сейчас, наверное, остановим тест, потому что зачем нам терять столько минут, тем более, что это все-таки тест не настоящий, у нас посетителей на сайте нет, мы на самом деле сейчас проверяем практически сами себя. Ну, просто, чтобы вы понимали, как это происходит. Вы получаете отчет, в котором Bittrex показывает
Самые нагруженные 20 страниц. Топ-20. Ну, в данном случае самая тяжелая страница – это внутренний робот, который выполняет какие-то задачи, ну, типа отсылки почты там, и так далее, и так далее. Это, конечно, сейчас совершенно не показательный тест. Потому что, как я уже сказал, у нас посетителей-то никаких нет. В вашем случае, скорее всего, самыми нагруженными страницами будет либо главная страница, либо главная страница каталога. Может быть, раздел, связанный с поиском товаров. То есть те разделы сайта, где больше всего пользовательского функционала собрано, где он наиболее тяжелый, вот он и создает в основном нагрузку. Надо смотреть и думать, можно ли эту нагрузку как-то снизить при помощи технических каких-то шагов или при помощи изменения бизнес-логики, или сделать с этим ничего нельзя и нужно наращивать производительность серверного обеспечения, например. Бывает по-разному, не надо думать, что технологии являются ответом на все вопросы. Точно так же, как вы не сможете заставить запорожец летать, скорее всего, или перевозить 10-тонные грузы какие-нибудь, просто потому что технологически он к этим задачам не готов изначально. Нельзя к нему прилепить крылья, и он полетел. С программным обеспечением та же самая история. Несмотря на то, что это не самолет и не машина, ее нельзя пощупать руками, любой программный продукт, он спроектирован, исходя из определенной внутренней логики. И просто прицепить к этой спроектированной логике что-то, что этой логике изначально противоречит, непросто. И иногда даже, наверное, невозможно. То есть, если вы понимаете, что программное обеспечение было спроектировано для решения одних задач, а теперь вы хотите подвесить на них противоположные, совсем другие, может быть, придется значительно все переписывать. Не получится один раз сделать, наращивать круг задач, и при этом ничего не переделать в программном обеспечении. Чудес не бывает, это такая же машина, как обычный автомобиль, просто сделанная другими средствами. Ваша задача следить, понимать узкие места и принимать бизнесовые решения, куда идти, куда вложить деньги. В переделку сайта это может случиться. То есть у вас, например, была посещаемость там 100 человек в день, и сайт прекрасно справлялся в том виде, в котором он был спроектирован. Потом к вам начало приходить 10 тысяч людей. Это на самом деле не просто равномерный рост нагрузки, он пиковый, он растет по экспоненте, потому что же они одновременно на сайте присутствуют. И может так оказаться, что прекрасный фильтр для поиска товара, который вы придумали и который хорошо работал для 100 человек, для 10 тысяч человек, убивает сайт вообще. Просто потому, что вот эта пиковая нагрузка такая, что решить ее средствами оптимизации уже не получается. Возможно, придется принимать решение по изменению логики работы этого фильтра. Может быть, все что угодно. Наша задача – посмотреть. И здесь есть, кстати, хороший инструмент, который называется масштабируемость. Это, по сути, инструмент для проведения нагрузочного тестирования. Если ваш бизнес подразумевает, что завтра у вас будет куча посетителей, то есть вы рассчитываете на то, что сегодня у вас 100 человек, а завтра все-таки 10 тысяч, и вы понимаете, что рынок такой есть, и вы сможете этот трафик себе на сайт привести, надо заранее проверить. А сможет ли сайт с такой нагрузкой работать? Да. Потому что если вы сейчас этот трафик туда пригоните, а он упадет, для вас это будет означать, что, ну, во-первых, они, скорее всего, туда не вернутся уже, либо вернется малая часть, а самое главное, деньги, потраченные на привлечение вот этого трафика, они уйдут впустую. И это довольно частая ситуация. Это всем кажется, что как же так, лавинообразный трафик-то вырасти не может. Может. Есть целая куча акций массовых, которые серьезно наращивают трафик. Какая-нибудь Черная пятница, там, цифровой понедельник. Очень многие наши клиенты, которые заранее не подумали о проверке масштабирования, они столкнулись с этой проблемой во время акций, которые они проводили первый раз. То есть вот они первый раз решили поучаствовать в Черной пятнице. Они подключились к площадкам, которые наращивают трафик в этот праздничный для всех день. И вдруг оказывается, что вчера у нас действительно было 100 человек, а сегодня 10 тысяч. Ну, просто потому, что ссылка на сайт появилась на каком-то агрегаторе, который продвигает эту самую Черную пятницу. Ну, нагнали, рекламу дали, трафик пошел. И сайт упал. Акция длится один день.
И весь этот день сайт лежал. То есть в результате они денег на участие в акции потратили, не получили не просто ничего, они получили даже меньше, чем они получали в обычный торговый день, когда у них нормальные 100 человек было. Они что-то покупали. Когда пришло 10 тысяч, никто не купил ничего, потому что сайт лежал. К этому нужно быть готовым. Запускайте тестирование до того, как вы начнете трафик этот привлекать. Есть на самом деле целая куча инструментов по нагрузочному тестированию внешних. Рекомендуйте ими тоже воспользоваться. Но для простоты, для начала, хотя бы воспользуйтесь внутренним. Он эмулирует одновременное посещение целой кучи народу. Ну вот, например, мы говорим, что у нас одновременное количество соединений, там, я не знаю, 15, это довольно много. Это означает, что 15 человек одновременно зашли на ваш сайт в одну секунду, то есть вот прям сразу. Для любого веб-сервера это пиковая нагрузка. А их может быть не 15 человек, а 200. Это значительно сказывается на работе системы. Мы указываем минимальное количество людей, одновременно присутствующих на сайте, максимальное. И дальше этот инструмент начинает случайным образом их разбрасывать, постепенно наращивая вот эту вот нагрузку. То есть он эмулирует пиковую нагрузку, пиковую посещаемость на вашем сайте. Смотрит, как быстро какие разделы сайта отзываются. То есть он тоже, в общем-то, бегает по разным страницам сайта и показывает, на каких страницах у вас, скорее всего, будут проблемы. Он может найти страницы, которые упадут под этой нагрузкой. Это все будет показано на графике, вы увидите, как пиковая нагрузка возрастает. Я рекомендую прям провести этот эксперимент обязательно, чтобы вы увидели, насколько вот этот рост посещаемости равномерный, неравномерно влияет на нагрузку. Особенно если неправильно спроектирована, в общем-то, система управления сайтом, неправильно настроен хостинг и так далее, и так далее. Битрикс сам на самом деле рассказывает про себя, как он работает с точки зрения посетителей. Проводит тестирование производительности конфигурации и рассказывает вам об этом. В виде таких неких числовых оценок, на которые уже можно ориентироваться. Ну, например, сейчас он показывает, что конфигурация настроена всего на 11 баллов из эталонных 30. Скорее всего, это связано с нагрузкой на Bittrex Labs, потому что по сути, это такая временная площадка, и она зависит от того, как много людей сейчас на ней тусуются. Скорее всего, там сотни, если не тысячи временных сайтов созданы. Это, конечно, влияет на оценку производительности. Я вчера, когда тестировал ту же самую историю на той же самой лаборатории, оценка была 46, по-моему, то есть она даже превышала эталоны. Вот это, кстати, тоже обратите на это внимание, что протестировав конфигурацию один раз, вы получите оценку этой производительности на сейчас, на прямо вот сейчас. Проходит неделя, особенно если вы пользуетесь разделяемым хостингом. Что такое разделяемый хостинг? Это есть компьютер, и на нем разным клиентам хостер раздает кусочек места и кусочек ресурсов. Кусочек процессора, кусочек жесткого диска, кусочек памяти и так далее, и так далее. И они все одновременно совместно этим пользуются. И может случиться так, что у одного из соседей нагрузка серьезно возросла, потому что он участвует в той самой черной пятнице и в том самом цифровом понедельнике. И народ к нему попер. И он начинает отжирать ресурсы у своих соседей. Вчера вам еще отдавалось, я не знаю, там 1% процессорного времени, а сейчас уже 0,01. И для вашего сайта уже становится маловато. Он уже начинает тормозить просто потому, что сосед оказался тяжелый. Ну, мы все знаем про таких чудесных соседей. В реальной жизни вот с хостингом та же самая история. Если сервер не ваш, если это разделяемый хостинг, вы должны понимать, что вас таких много. Вы едете в одном автобусе, если один человек большой, очень большой, он займет 2 кресла, а вам не достанется ни одного. Поэтому тестировать производительность тоже надо периодически. Отслеживайте показатели работы скорости и смотрите, может быть, что-то поменялось. Если все нормально, ну, значит, окей. Также Bittrex рассказывает про Bittrex, потому что разработкой сайта занимаются разные люди. Может так оказаться, что сам Bittrex как платформа настроен не оптимально. Ну или, по крайней мере, не оптимально с точки зрения неких таких умолчательных дефолтовых настроек, на которые следует обратить внимание. То есть, например, здесь вот на конкретной площадке Bittrex Lab хэш хранится в файле.
Это не всегда хорошо, и Битрикс об этом говорит. Ребята, может быть, вы рассмотрите другие типы хранения, подумайте об этом, посовещайтесь с техническими специалистами, может быть, они поднастроят вам сервер так, что станет еще лучше. Предупреждает о том, что прямо сейчас здесь аналитика собирает достаточно тяжелый отчет, которым вы, может, и не будете пользоваться. У вас, например, может стоять внешняя какая-то там Яндекс.Метрика, и вам внутренний сбор отчета на платформе Bittrex не нужен, потому что вы пользуетесь внешней. А ресурсов-то сборка отчета отжирает. Может быть, стоит отключить, подумайте об этом. Может быть, оптимизируйте базу данных. Это периодические операции, которые следует делать, если это не делают ваши технические специалисты, которые отвечают за техническую поддержку сайта. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, по сути, Битрикс рассказывает о том, что бы нужно сделать. Он также оценивает те самые топ-20 страниц и рекомендует на них обратить внимание, посмотреть, может быть, на этих страницах используются слишком тяжелые компоненты. Или эти компоненты неправильно написаны разработчиками сайта. Или не включено кэширование, про которое я сейчас еще буду рассказывать. Наша задача – дать вам инструмент диагностики. Потому что ситуации бывают разные, мы не можем всегда за вас решить, что у вас все правильно или у вас все неправильно. Мы можем обратить ваше внимание на определенные аспекты, которые нам, как производителям платформы, кажутся подозрительными. Иногда может оказаться так, что глядя, вот, например, на этот отчет в топ-20 страниц, вы видите, что у вас самая тяжелая страница, это построение, ну, например, с такой ситуацией сталкиваются сайты, к примеру, по поиску недвижимости. Что такое сайт по недвижке? Это, по сути, не каталог там товаров, а это одна большая форма фильтрации с огромным количеством каких-то критериев. И каждый пользователь, вот каждый, который заходит на сайт, он делает свой, в общем-то, уникальный набор критериев для поиска. Закэшировать как-то эти данные, соптимизировать это не всегда возможно. Сама бизнес-логика вот этого бизнеса, сама потребность пользователей, которые приходят на эти сайты, такова, что страница с поиском недвижимости, она будет всегда, вот всегда создавать большую очень нагрузку на сайт. Сделать с этим, ну, не всегда что-то можно, на самом деле, почти никогда нельзя. Нужно понимать, что, ну, так есть, потому что такой сайт, потому что такова бизнес-логика, мы соптимизировать ее не можем, можем наращивать только ресурсы. Вы смотрите на эту страницу в отчете и понимаете, это потому что кто-то накосячил, нагрузка возросла, или потому что так и задумано, потому что, ну, это может быть так задумано. Экскаватор должен землю перегружать, так и задумано, ничего с этим не сделали. Наша задача показать, ваша задача подумать и принять решение. Что еще хотел рассказать по этому поводу? Ну, собственно, а как улучшить производительность? Вот мы, например, увидели, что что-то там работает неправильно и что-то можно улучшить. У нас для этого все есть. Давайте перейдем в раздел, называется он «Композитный сайт». Обалденная вещь. Вот честно, положа руку на сердце, как на духу скажу, прекрасная вещь, прекрасная штука, которая позволяет и позволила на самом деле серьезно поднять скорость работы сайтов на платформе Bittrex управления сайтом, при том, что чаще всего речь идет о сложных сайтах, о сложных интернет-магазинах с тяжелой бизнес-логикой. К сожалению, ну или к счастью, я не знаю, как это оценить, но пользователи сейчас привыкли к тому, что любой интернет-магазин дает им набор функционала серьезного, к которому они привыкли в интернет-магазинах крупных брендов. То есть даже самый маленький интернет-магазин, торгующий шапками детскими, даже от него пользователь сейчас ждет функционала, который он увидел где-нибудь там, я не знаю, в Эльдорадо или в МВидео. Нормальную фильтрацию, возможность заказать из карточки товара, там выбрать сразу характеристики, размер, цвет, и все это сделать прямо в карточке, не выходя никуда, куда-то еще. Сразу увидеть, ну вот все то же самое, что сделано в нашем стандартном интернет-магазине, вот мы даже просто наводим на карточку, и нам уже предлагают выбрать какие-то варианты. Цвет, размер, было бы здесь несколько цветов, мы бы прямо здесь их и выбрали, и положили в корзину уже конкретное товарное предложение. Вот этот функционал уже все ждут, а на самом деле он непростой, мы просто к нему привыкли, но еще там лет 5-6 назад для того, чтобы
малый бизнес мог себе позволить такой интернет-магазин. И это была, в общем-то, нечастая история, достаточно дорогостоящая. Сейчас этот функционал включен по умолчанию, он, в общем-то, есть уже у всех, он не требует серьезных каких-то исследований и ручных доработок. Это стандарт. Но это стандарт, который требует достаточно сложного кода. То есть сайт сложный. Вы должны понимать, что сегодняшний интернет-магазин, интернет-магазин 5-10 лет назад, это, как говорится, две большие разницы. Они крайне серьезно отличаются по всем практически аспектам. И это означает, что вопросы производительности, они становятся острее. И мы придумали технологию, которая называется композит. Ну, ролик вы сможете посмотреть самостоятельно, когда зайдете в админку своего сайта, посмотрите ролик, который рассказывает про технологию. Попробуй объяснить просто на пальцах. Есть так называемые статичные страницы. Ну, то есть, если вы знаете, что такое HTML, это, по сути, документ, в который вставлены картинки, текст какой-то. И вот этот документ браузером и показывается. Когда мы идем на какой-то сайт и открываем какую-то страницу, ну, например, мы сейчас откроем страницу «Штаны полосатый рейс». Что на самом деле происходит? Мы через браузер обращаемся к веб-серверу, на котором находится сайт, и говорим: а дай мне контент, дай мне ту страничку, которая лежит вот по этому адресу на твоем сайте. То есть с точки зрения браузера он показывает пользователю, показывает посетителю страницу, собранную в формате HTML. Но на самом деле, поскольку, как я уже сказал, сайт – это сложная штука, это вот эта страница, она собирается из целого ряда кусков. Вот эта вот менюшечка – это один кусок, который генерируется отдельно. Вот этот блок с логотипом – это второй блок, который тоже генерируется отдельно. Давайте даже мы посмотрим на эти блоки, мы можем включить режим правки, и нам Bittrex будет показывать те самые отдельные куски. Вот видите, рамочка появилась, а вот еще рамочка. Это блоки, из которых собран наш магазин. То есть на самом деле вот это как бы HTML-страница, которую потом показывает браузер, это конструктор. Причем каждый кусок, он может быть достаточно сложным, достаточно тяжелым с точки зрения сборки. Потому что для того, чтобы, например, собрать целый каталог товаров, это же мы должны полезть куда-то в базу данных, сказать: эй, дай мне разделы твоего каталога, их может быть там десятки и может быть даже сотни, если мы говорим про большой интернет-магазин с большой номенклатурой. Дай мне, я не знаю, три самых популярных товара из каждого раздела, чтобы я их мог вот здесь, вот на этой странице показать скопом. И вот таких вот кусочков может быть много, каждый из них может быть тяжелым. Для того, чтобы просто получить вот эту одну готовую итоговую HTML-страницу, на стороне сайта проделывается огромная работа. Тяжелая, длинная. И все это влияет на то, как быстро посетитель вашего сайта увидит вот этот итоговый HTML. Это может занять не одну секунду, а десятки, например, если сборка страниц тяжелая. Поэтому мы на самом деле рекомендуем как минимум разработчикам сайта включать кэширование. Мы сейчас вернемся к композиту, немножечко поясню по кэшированию, что это такое. Ну, представьте, что мы посетители сайта, то есть анонимные люди, которые приходят на сайт, они видят на самом деле практически одно и то же, один и тот же набор товаров, один и тот же набор новостей. Даже если эти товары постепенно меняются, новые какие-то появляются. Если 5 человек одновременно там, или в течение 10 секунд зашли на сайт, они, скорее всего, должны увидеть одно и то же. Так зачем нам каждый раз для каждого из этих 10 посетителей вот этот кусок собирать заново? Ведь он же не изменился. Мы включаем режим кэширования, и у каждого из компонентов, которые собирают вот эту страницу, указывается период кэширования. Мы, например, говорим, что вот этот вот каталог, ну, мы можем считать актуальным в течение часа. Один посетитель зашел, вот этот кусочек был сгенерирован Bittrex'ом. Следующие посетители, которые будут в течение часа после этого заходить на сайт, им вот этот кусочек для сборки вот этой HTML-страницы будет подсовываться готовый, то есть без обращения непосредственно к каталогу товаров. Мы просто сразу Bittrex будет брать готовый кусок и втыкать его в эту страницу. То же самое он делает будет с менюшкой, причем менюшку можно обновлять там, я не знаю, раз в год, я условно, конечно, говорю. То есть надо смотреть, какой кусок как часто теряет актуальность. Более того, есть кэширование управляемое, которое обновляет кэш в зависимости от изменения реального контента. Ну, то есть вот этот, вот, например, блок с новыми товарами, он будет закэширован всегда,
до того момента, как появятся какие-то новые штаны. Вот появилась новинка, это автоматически дает команду на то, чтобы этот кэш был перегенерирован. Как только очередной посетитель на сайт зайдет уже после того, как штаны добавлены, вот эта часть страницы будет перегенерирована. Кэш сохранен, и всем последующим посетителям будет он уже показываться из кэша. То есть мы уже на уровне кэширования вот этой технологии экономим время на сборку итоговой HTML-страницы. Таким образом, увеличивая скорость работы файла. Но этого мало, нам это показалось мало. И мы придумали композит. Композит идет дальше. По сути, это, в общем-то, тоже такое некое кэширование. Но кэшируются не отдельно взятые блоки, а кэшируется вся страница целиком. То есть, по сути, мы вот этот динамически собираемый контент, вот эту любую самую сложную страницу, которая может собираться из сотни разных кусков, ведь на сборку тоже время уходит. Даже если мы представим, что каждый кусочек у нас был закэширован, просто на то, чтобы собрать страницу из сотни кусков, тоже требуется время. Зачем? Мы сохраняем всю вот эту страницу целиком. Вместе со всеми CSS-стилями, вместе со всеми JS-ками, со всем HTML-ом. И как только посетитель дергает страничку, мы ему сразу отдаем эту страничку целиком. А потом втихаря, незаметно для него, начинаем подменять те куски, которые на самом деле должны показываться конкретному пользователю индивидуально. Ну, например, корзина. Вот представьте, мы закэшировали вот эту всю страницу, отдали ее в виде композитного так называемого хита, в виде готовой HTML-ки статичной. Но ведь Вася Пупкина здесь лежит 3 товара, а у Пети Иванова здесь лежит 4. Вот этот кусочек должен быть индивидуальным у каждого посетителя. Так вот, технология композита построена так, что мы сначала ему всю страничку отдали, он ее тут же увидел, быстро. А потом тихонечко ему обновили вот этот блок, и он уже увидел тот контент, который индивидуально к нему относится. Давайте посмотрим, как это работает. Ну, давайте, во-первых, его включим. Бам! Мы нажимаем одну кнопку. Это волшебство просто, волшебство. Включили автокомпозит. Теперь все обращения к сайту будут на самом деле собирать вот эти статичные HTML-странички. Ну, давайте проверим. Для этого откроем браузер в режиме инкогнито. Ну, потому что композитный режим для нас, как для администраторов, конечно, работать не будет. Мы должны видеть не закэшированную страницу, а страницу, которая содержит максимально актуальный контент, потому что мы с этим контентом работаем. Мы не просто посетители. Ну, сделаем вид, что мы просто посетители. И откроем наш сайт в композите. Вот прямо сейчас он генерировал нашу страничку в композите. Последующие обращения будут намного быстрее. Более того, мы можем проверить, что именно сейчас, именно эта страница работает в композитном режиме, увидев вот такую кнопочку на ней. Смотрите, как быстро все происходит. Бым, бым. Это несмотря на то, что у меня здесь сейчас интернет не очень хороший. То есть это занимает на самом деле доли секунды. Для пользователя это выглядит, как будто он перешел на сайт, и сайт открылся мгновенно. То, что потом какие-то кусочки втихаря будут подтянуты, никак на его восприятие психологически не влияет. То есть фактически полное завершение работы загрузки страницы, оно, в общем-то, осталось сравнимым с тем, что работает без композита. Ну, потому что чудес не бывает, если нам для генерации индивидуальных кусков нужно 3 секунды, и ровно 3 секунды эта генерация происходит, то и в композите она будет 3 секунды генерироваться. Но саму страницу, основную, он отдаст мгновенно. Что и требуется для того, чтобы посетитель остался у нас на сайте, чтобы он дальше уже смотрел, какие у вас товары, как у вас работает фильтр, какие бонусы вы ему предлагаете и так далее, и так далее. Наша задача не упустить его, отдать ему контент максимально быстро. Есть целый ряд настроек композита, по которым можно походить, в общем-то, поэкспериментировать, что в вашем случае будет работать быстрее. Более того, желательно, чтобы, если вам разрабатывали какой-то сильно нестандартный функционал наши партнеры-разработчики, чтобы все-таки они делали поддержку композитного режима в своих компонентах, обязательно это проверяйте. Мы, например, даже вот в маркетплейсе, где готовые решения есть, у каждого решения есть специальная характеристика, является поддерживать это готовое решение композитный режим.
Ну, потому что для интернет-магазина, ну, в общем, для любого сайта, но для интернет-магазина особенно, быстрая работа – это стоп-фактор. Если интернет-магазин работает медленно, он теряет деньги. Он реально теряет деньги живые. Поэтому скорость работы становится крайне важна. Композитная технология позволяет этой скорости достичь. Поэтому мы выделяем такие готовые решения, которые композит поддерживает прямо на уровне фильтрации. Кнопка «Быстро с 1С Bittrex» появляется автоматически, если конкретная страница работает в компонентном режиме. Вы можете, конечно, эту кнопку не показывать, отключить или там ее поменять. Но мы в любом случае рекомендуем ее оставить, хотя бы для того, чтобы вы могли визуально для себя видеть, а не сломался ли у вас композит, не стал ли ваш сайт работать медленнее. Чтобы вы могли с любого устройства в любой момент на свой сайт зайти как владелец, вы должны держать руку на пульсе, проверять. Вот чтобы не ходить по отчетам там и по логам, просто зайдите на сайт, видите кнопку, что в композите работает. Композит включен. Это критерий, который позволит быстро понять, не сломалось ли что-то, нормальная ли скорость у сайта или нет. Или надо бежать быстрее, дергать программистов, хостеров, технических специалистов, которые занимаются сопровождением сайта. Вот такая важная штука. Последнее, наверное, что, ну, я скорее упомяну, есть инструменты, которые позволяют управлять сайтом, ну, скажем так, при очень серьезной нагрузке. Есть так называемая технология кластеризации, которая позволяет эксплуатировать сайт, ну, как набор программного обеспечения, потому что надо понимать, что современный сайт – это не просто набор страничек, это целая куча софта. Это веб-сервер, это сервер базы данных, это интерпретация исполняемого языка, PHP там, и так далее, и так далее. Это всякие промежуточные кэширующие сервера для быстрой отдачи статичных файлов. Это, ну, куча вещей. Да? Даже на уровне PHP это десятки-десятки модулей, которые каждый решает свою задачу. И может получиться так, что одного компьютера при вашей посещаемости вам хватать уже не будет. И желательно вот эту нагрузку совокупную, которую сайт создает, разделить. Ну, например, чтобы веб-сервер работал на одном компьютере, а база данных на другом. Вот это разделение, распараллеливание работы, оно может серьезно повлиять на рост производительности. Потому что каждый компьютер, я сейчас очень утрирую и упрощаю, каждый компьютер будет заниматься своей работой. Один работает только с базой данных, другой работает только с запросами для веб-сервера. Это разные процедуры, они могут быть по-разному оптимизированы. И на каждом компьютере условно можно под конкретную задачу софт подзаточить, то есть сделать его оптимальнее. На одной площадке, на одном компьютере это не всегда возможно, потому что иногда требования противоречивы. Один должен много писать, но мало читать, а другой должен много читать, но мало писать. Это разные задачи, они по-разному решаются. Разделив программное обеспечение, раскидав по разным компьютерам, производительность можно серьезно поднять. И вот это называется, собственно, веб-кластером. Это только один из вариантов эксплуатации кластера. Можно на самом деле делать распределенную нагрузку. Когда ваш сайт целиком, вот это все программное обеспечение, одинаковые копии работают на нескольких компьютерах, а между ними стоит распределяющее программное обеспечение, которое вот эту нагрузку равномерно между ними раскидывает. Весь посетительский трафик приходит на вот этот распределительный узел. Он говорит, ну окей, вот этих направим на сервер номер один, этих направим на сервер номер два. Вот сейчас вот перестали справляться, подключу я сервер номер три. Трафик упал, сервер номер 3 нам больше не нужен, отключили его, чтобы он не мешал. То есть вот эта технология веб-кластеризации позволяет как бы собирать площадку из нескольких узлов, распределять нагрузку равномерно, либо заниматься оптимизацией каждого узла под определенную задачу. Это довольно сложная штука, а мы ее упростили, сделав инструмент веб-кластера, который решает базовые задачи, ну, репликации в том числе, это поддержание работоспособных копий. То есть, когда один и тот же сайт, вот все его содержимое со всей его базой данных, со всеми заказами, пользователями и так далее, раскидывается по нескольким компьютерам. Если один компьютер отключился по каким-то причинам, ну сдох он. Такое случается, на самом деле, надо быть к этому готовым. Он может умереть. Винт у него отказал.
процессор сгорел, залили его водичкой там в дата-центре. Чтобы не заниматься восстановлением потом и не терять трафик, мы автоматически переключаемся на другую копию, которая поддерживалась в актуальном состоянии. И с точки зрения посетителей сайт продолжает работать. Все серьезные проекты на самом деле работают в рамках этих технологий, ну, потому что вы понимаете, что на одном компьютере там какой-нибудь Эльдорадо просто не смог бы работать. Да и не стал бы, даже если бы смог, потому что ну, всегда может быть какая-то авария. Более того, зачастую, пользуясь этой технологией, компьютеры, которые поддерживают копии сайта, разбрасывают по разным дата-центрам, потому что ну, мы живем в реальном физическом мире. Может проползти экскаватор и повредить, например, оптоволоконный кабель, который идет к какому-то конкретному дата-центру. И все. Даже несмотря на то, что у вас там 5 компьютеров в этом дата-центре, они все одинаково недоступны для внешних посетителей, потому что недоступен сам дата-центр. У нас мы такую задачу в том числе, например, решаем в BitX24, поскольку это международный сервис, который должен быть доступен 24/7, что называется. Так вот, мы действительно поддерживаем кластеризацию по нескольким дата-центрам. Если один выходит из строя, то его дублирует второй, причем поддерживаем в разных странах, к тому же так, решая вопрос быть поближе к конкретному пользователю. То есть, например, там, для европейских пользователей хостинг европейский, дата-центр европейский, для российских – он российский, в том числе потому, что персональные данные мы не имеем права за границу выводить. Но в том числе мы решаем и проблемы производительности. Если что-то где-то отказывает, включается копия. Если ваш проект вырос до такого масштаба, то мы даем вам инструмент прямо в админке Bittrex, который позволит ну, достаточно быстро кластеризацию разворачивать на основе виртуальной машины Bittrex. Если интересна эта тема, есть отдельные вебинары про нее, есть учебный курс, который этому посвящен. Я рекомендую погрузиться, почитать. Ну, наверное, это такая не очень частая история. Просто вы должны знать, что такая возможность есть, что выбрав платформу Bittrex управления сайтом, начиная с малого, вы можете дорасти до серьезных масштабов, и технологии, вот этот ваш рост, они уже поддерживают. То есть мы, как разработчики платформы, уже подготовили а для вас возможность роста в этом смысле. Ну и последний инструмент, который называется защитой от DDoS-атак. Если кто не знает, DDoS-атаки – это специальный тип, скажем так, специальный тип атак, как тут еще сказать, специальный тип атак, который нацелен на то, чтобы обвалить работу вашего сайта. То есть искусственными средствами, при помощи подключения зараженных компьютеров огромного количества, создается искусственный трафик, направленный на ваш сайт. То есть как будто бы миллион человек взяли и пришли прямо сейчас на ваш сайт. А ваш сайт к такой нагрузке, например, не готов. И несмотря на то, что это не реальные посетители, а искусственно созданные запросы роботами, для вас это означает, что ваш сайт упал. Это может быть в том числе инструментом конкурентной борьбы, потому что, в общем-то, положа руку на сердце, услуги DDoS-атаки можно заказать, если знать правильные каналы. Это вполне себе такой нелегальный черный бизнес, который используется, как я уже сказал, в конкурентной борьбе в том числе. С этим приходится бороться, к этому нужно быть готовыми. И мы в продукте даем возможность защиты от DDoS, но не встроенными техническими средствами, а возможностью получить бесплатную скорую помощь, которая действует в течение 10 дней. Наш партнер, компания Curator, которая является специалистом по безопасности, в том числе специалистом по борьбе с DDoS-атаками, для пользователей активной, актуальной лицензии Bittrex управления сайтом дает 10-дневную бесплатную помощь. То есть, если вы видите, что вас начали досить, а это, собственно, будет видно невооруженным взглядом, то заполнив вот эту форму, вы можете активировать защиту, и Чип и Дейл из компании Curator будут помогать вам с этой DDoS-атакой справиться. Если, естественно, окажется, что в течение 10 дней они ее там не решили, и DDoS-атака продолжается, с ней приходится бороться дальше. Ну, дальше вы уже решаете этот вопрос с ними, скорее всего,
на платной основе. Ну, смотрите, насколько в вашем случае важен этот момент. Если вы понимаете, что каждый день простой для вас означает потерю миллионов рублей, ну, понятно, за что вы будете деньги платить с точки зрения защиты. Но 10 дней вам даны бесплатно, вас защитят вот от самого пика, когда вообще непонятно, что происходит, нагрузка возросла, вы видите, что это роботы, сайт начинает падать, нажали на кнопочку, и вам начинают помогать. Это очень хорошая возможность. Знайте о ней, помните о ней. Я надеюсь, и давайте пожелаем друг другу, чтобы вам не пришлось воспользоваться защитой от DDoS-атак, так же, как бы вам не пришлось воспользоваться лечением от вирусов. Но знать об этом нужно, и такая возможность у вас есть. Наверное, про технические аспекты на сегодня все. Все, что я хотел, я, наверное, вам рассказал. Давайте посмотрим, что у нас с вопросами. Ну, стандартный вопрос, а где взять первую и вторую часть вебинара? Коллеги, запись этих вебинаров будет выкладываться. Насколько я понимаю, их хотят выложить, собственно, все три сразу. И первая, и вторая запись есть. Я сам лично отдавал запись вебинара номер два в руки коллег из партнерского отдела. Я думаю, сегодня запись, которая сейчас, слава тебе Господи, ведется, я проверил. Сегодняшняя запись, я им ее тоже отдам. И я думаю, на следующей неделе, скорее всего, запись уже будет доступна у нас на сайте. И поскольку вы зарегистрировались на вебинар и оставили свой контактный e-mail, то вам об этом пройдет письмо. Конечно же, мы не зажмем эти записи, мы их делаем специально для вас, чтобы вы могли их пересмотреть, показать коллегам и обсудить вместе. Еще раз объясните принцип работы композита и его цель. Ну, давайте еще раз. Самое простое, раз уж речь зашла про композит еще раз. Где у нас композит? Композит, выходи. Не туда я пошел. Давайте посмотрим ролик. Он коротенький, 58 Компания секунд. Компания 1С Bittrex представляет уникальную технологию разработки сайтов. Композитный сайт. Скорость отклика сайта в 100 раз быстрее, чем ранее. Пользователь мгновенно получает контент страницы. Ваш сайт поднимается выше в результатах поиска. Растет конверсия интернет-магазина, а значит и ваш доход. Мы объединили скорость статического и возможности динамического сайта. Страница разделяется на две составляющие – статическую и динамическую. Статическая часть отображается мгновенно, а динамическая часть подгружается незаметно для посетителя. Вы не заметите технических сложностей, вы просто будете знать, что ваш сайт быстрее других. Любой сайт на платформе 1С Bittrex может стать композитным. Обратитесь к нашим партнерам. Композитный сайт. Будь быстрее конкурентов. Это была реклама, а теперь технические пояснения. Технология композита, его цель состоит в том, чтобы как можно быстрее показать пользователю страницу сайта, к которой он обращается. Вот максимально быстро, за доли секунды, чтобы ему не приходилось ждать. А уже потом обновлять тот контент, те блоки этой страницы, которые являются для этого посетителя персонализированными. Иными словами, вот представим, что у нас нет сейчас композита. Мы просто заходим на страницу интернет-магазина. Здесь часть контента является персонализированной, часть общей. И эта бизнес-логика интернет-магазина, она заложена при разработке, при запуске этого магазина. Вы решаете, какие блоки, какую информацию показывают и кому. Вот эту вот логику вы придумали, запустили. Но для реализации этой логики, как я уже сказал, реализация этой логики может потребовать серьезных ресурсов на стороне сервера, что приведет к замедлению ответа с точки зрения посетителя. Технология композит позволяет, не меняя вот этой логики, которую вы придумали и реализовали, отдавать страницы быстро. То есть не сам композит занимается персонализацией контента. Контент сайт делает. А технология композита позволяет быстренько отдать то, что он запомнил с прошлый раз, целиком всю страницу, а потом быстренько подменить
те блоки, которые предназначены для конкретного Васи Пупкина. Так что Вася Пупкин видел, что страница-то про Васю Пупкина. Вот моя корзина, вот мой список заказов, вот мои скидки, вот мои рекомендации. То есть это, по сути, технический способ сделать индивидуализированный сайт, который собирается под каждого там, пользователя в тех или иных частях, сделать его как бы статичным HTML-документом. В этом смысл композита. Мы действительно объединяем возможности динамического сайта, ведь что такое Bittrex управление сайтом? Это система управления контентом. И это означает, что каждая страница вашего сайта, она физически может даже не существовать. Ну вот, допустим, если мы перейдем в деталку чудесного нижнего белья розовое смущение, у нас есть адрес этой страницы, но физически вот такой страницы не существует. Это система управления сайтом, это Bittrex управления сайтом при обращении пользователя по этому адресу сгенерировала некую страничку и браузер ее отдал. Хотя физически этой страницы, вот как файла, ее не существует. То есть система управления контентом на лету генерирует страницы сайта, генерирует контент, собирая его из кусочков. Это всегда, по сути, в определенной степени индивидуализированный контент. Потому что здесь мы, например, вот показывая цену, мы можем показать цену специально для этого Васи Пупкина, если мы его узнали, этого Васю Пупкина, и мы видим, например, что он относится к нашим дилерам. То есть он привязан к группе дилеров внутри админки. А мы для дилеров показываем определенный специальный тип цены. Такой функционал же тоже возможен. Каталог вроде бы как бы один, а цены индивидуальные. Получается, что Bittrex управления сайтом, собирая вот эту страницу для конкретного Васи Пупкина, должен вот эти отдельные индивидуальные блоки туда втыкать, в эту страничку. Это замедляет. Поэтому композит что делает? Он вот эту страничку ему плюх, отдал мгновенно, а потом пык, тихонечко цену подменил. Причем это происходит настолько быстро и незаметно для пользователя, что ему кажется, что он страницу-то все целиком сразу получил. Понимаете, о чем речь? Вот что такое композит. Попытка объединить преимущества индивидуальной сборки и преимущество статичной готовой HTML-странички, потому что HTML-страничка – это самое быстрое, что может получить пользователь в браузере. Вот быстрее быть уже ничего не может, потому что это уже готовый файл, его надо тупо загрузить. Ничего его генерировать никак не надо. Вот мы при помощи композита попробовали эту проблему решить так, чтобы для вас, как для администратора сайта, об этом не нужно было думать, а пользователь получал бы контент максимально быстро. Если DDoS идет, разве вместе с сайтом не будет доступна админка, чтобы форму отправить? Например, это зависит от того, насколько тяжелый DDoS на вас идет. Да, может оказаться так, что админка, например, будет недоступна снаружи совсем, и вы не сможете туда зайти. Но в таком случае нужно сначала хотя бы временно этот кранчик перекрыть, ну, например, отключив доступ к сайту вообще, потом сделать, например, запрос на услугу, ну и, соответственно, потом включить все обратно, чтобы они смогли с этим бороться. Специалисты из Curator вас лучше по этому поводу проконсультируют. Я, слава богу, ну или наоборот, к сожалению, не специалист по безопасности. Я, конечно, таких аспектов вам рассказать не смогу, да и не буду. А то сейчас я вас полечу неправильно, а у вас потом болеть где-нибудь будет. Как сделать сайт? Как сделать сайт композитный? Я показал. Нажать на кнопочку. А если говорить о разработке сайта под заказ, когда вам партнеры делают, или вы сами какие-то компоненты разрабатываете, то для того, чтобы они поддерживали композитный режим, нужно их соответствующим образом сделать. И для этого есть соответствующая документация для разработчиков. То есть это, конечно, не пользовательская история. Давайте будем откровенны. Если вы занимаетесь разработкой сайта, какую-то нестандартную логику туда пилите, то, конечно, на уровне галочек и кнопочек все вопросы решать не получится. Вы будете работать с программным кодом, и, соответственно, вы должны знать технологии Bittrex изнутри. Ну, давайте мы что-нибудь здесь найдем. Композит, например. Я надеюсь, что сейчас все отработает. Вот, кстати, пример некешируемых вещей, поисковые запросы, как вот их закешировать. У каждого свой поисковый запрос. Я мог здесь написать композит и зеленые штаны, к примеру.
как работает композит и так далее, и так далее. Можно в форумах что-то почитать, можно в курсах. Есть готовые, в общем-то, курсы по управлению сайтом, в том числе курсы, связанные с определенной тематикой. Как говорится, welcome, знакомьтесь, читайте. Если речь идет про то, что вы заказываете кому-то разработку сайта, ну, просто в техническом задании, как одно из требований к сайту, укажите, что он должен поддерживать композитный режим. Дальше вы со специалистами, которые будут разрабатывать сайт, определите, в каком месте композитный режим реально будет полезен, в каком он будет мешать. Потому что, как я уже сказал, не все можно закэшировать. Это зависит в том числе и от бизнес-логики сайта. Бессмысленно делать, наверное, композитную страницу, которая на 98% состоит из индивидуальных блоков с индивидуальной информацией. Ну просто, а что тогда, собственно, кэшировать? Шапку? Это большого выигрыша не даст. То есть нужно, конечно, к этому относиться с пониманием, осознаванием последствий. Но как требование вы можете это выдвигать и дальше уже обсуждать. Вопрос. Индикатор сайта скорости. Сайт работает медленно. 1,86 секунд. Композитный сайт включен, но кроме своего региона пишет нет композитных хитов. Коллеги, вот с этим я рекомендую обращаться в техническую поддержку, потому что тут надо смотреть, ну, во-первых, что за сайт. Потому что само по себе включение автокомпозита, если при этом сайт состоит из компонентов, которые композитный режим не поддерживает, нестандартных, кто-то мне звонит, а мы не будем брать трубку, то, собственно, может оказаться, что композит по факту и не работает. То есть каждый новый хит, каждое новое обращение к странице перегенерирует вот этот HTML, эту HTML-страничку, и выигрыша никакого не получается, хотя формально вроде бы композит включен. Тут надо разбираться, и, к сожалению, здесь нету рекомендации общего плана, кроме того, что нужно покопаться в логах. Композитный режим создает специальную историю. Он показывает, какая страница была создана, какая лежит в копии, и когда эта копия была перегенерирована. Вы можете посмотреть, какие страницы перегенерируются, и дальше погрузиться с разработчиками, посмотреть, кто за это отвечает. Ситуации могут быть самые разные. Как минимум, сначала обратитесь к разработчику сайта и скажите, что за дела, почему, так сказать, такая скорость. Ну, если они смогут вас убедить, что они сделали все правильно, может быть ошибка в платформе. Такое, конечно же, возможно, потому что никто от ошибок не защищен. В платформе много косяков. Если я вам расскажу, сколько багов зафиксировано у нас в трекере, волосы дымом встанут, но это на самом деле могут быть мелкие какие-то проблемы в большом количестве, не влияющие на основную часть пользователей Bittrex управления сайтом, или влияющие, которые мы должны быстро исправлять. Но это всегда постоянная работа. Мы вносим какие-то улучшения, появляются какие-то баги, выясняются какие-то ситуации, в которых технология, например, работает не так, как ожидалось, всего предусмотреть невозможно. Мы эти кейсы рассматриваем, учимся на них и улучшаем продукт, чтобы следующие пользователи с этими проблемами не сталкивались, ну и клиентам, соответственно, помогаем. Не стесняйтесь писать в поддержку. И не стесняйтесь дергать разработчиков сайта, это, в общем-то, их зона ответственности изначально. Еще вопрос про автокомпозит. Если автокомпозит так хорош, то зачем его тогда включать-выключать? Пусть я уже объяснил, к сожалению, что он не всегда хорош. Он хорош в 80% случаев с более-менее стандартного функционала тех же интернет-магазинов. Но есть кейсы, в которых он может навредить. Есть кейсы, в которых он не поможет, и тогда какой смысл его включать? Нужно понимать, что любое кэширование и технология композит, как частный случай этого кэширования, работает каким образом? Вот эта HTML-страничка сгенерировалась, и она в виде копии лежит у вас на диске. Теперь представим, что у вас 10 миллионов товаров. Это значит столько же карточек, столько же страниц. И для каждой лежит эта самая копия. Если вы понимаете, что на самом деле эти копии вам никак не помогают, потому что каждая страница вообще генерируется индивидуально, там вы фамилию, имя, отчество вставляете, цены у вас для каждого Васи Пупкина свои, картинки вы для каждого Васи Пупкина свои показываете вместе с Васей Пупкиным. Бизнес-логика же может быть разная. То есть если вы понимаете, что на самом деле контент практически всегда индивидуальный, зачем вам автокомпозит, потому что, по сути, это будет означать, что у каждого Васи Пупкина будет своя копия страницы. Это все превратится в огромный объем созданных файлов, которые используются редко. Тогда проще заниматься оптимизацией на других уровнях и отключить композит. Но при этом
как я уже сказал, в 80, ну, если не в 90% случаев, автокомпозит, он полезен, потому что, ну, это редкий случай, когда магазин полностью отличается для каждого нового посетителя. Скорее всего, в нем куча блоков, которые одинаковы для всех. И вот тогда автокомпозит начинает работать очень даже неплохо. Яна, пожалуйста, как я сказал, дергайте, дергайте разработчиков, дергайте поддержку, она вам пригодится. Коллеги, наверное, с моей частью доклада все. Мы уже, в общем-то, ну еще не сильно выбились из регламента, но приблизились к этому. Пора передавать слово к нашему партнеру, коллеге, который будет рассказывать про свой практический опыт для интернет-магазинов. Передаю слово Владимиру. Он должен быть у нас сейчас на связи. Момент, я переключу его. Сделаю его презентером. Владимир, вы с нами? Судя по всему, да. Владимир с нами? Добрый день. Добрый день. Коллеги, я отключу свой микрофон, чтобы не мешать Владимиру, и будем наслаждаться получением опыта. Всего? Как это? Удачи, Владимир! Спасибо, Сергей. Добрый день, коллеги. Меня зовут Владимир Изовских. Я являюсь менеджером по развитию интернет-агентства НТ город Челябинск. Часть моего доклада будет серьезно пересекаться с докладом Сергея, но я хочу в первую очередь вам рассказать многие практические вещи, которые в своей работе мы применяем для того, чтобы Bittrex не только был сайтом, с помощью которого клиент, который к нам обратился, клиенты, которым мы делали сайты, которым мы обслуживаем, мог не только получать заявки, но мог еще серьезно конкурировать с другими интернет-магазинами, с другими сайтами и получать дополнительную прибыль. Тема моего доклада «Обгони конкурентов» и то, как привлечь дополнительное количество посетителей. Владимир, я, честно говоря, не вижу вашего экрана. Вы демонстрацию экрана, мне кажется, забыли включить. Ага, вот теперь вижу. Хорошо, продолжайте. Спасибо. Все, отлично. Итак, коллеги. Немного цифр для начала. Да, в своей статистике я в первую очередь принимаю статистику Data Insights, ну и также мне нравится очень Яндекс.Статистика. Цифры и цифры, о чем говорит рынок e-коммерции. 160 миллионов заказов на сегодняшний момент, вот, по 2016 году, делают люди по территории Российской Федерации. Это огромный рынок, и в среднем каждый год мы видим, что рынок e-коммерции растет на 14-17%. Это ежегодно. Кроме того, ежегодно выручка интернет-магазинов постоянно растет и идет вверх, о чем может свидетельствовать эти показатели. Также хочу сказать по доле отраслям. Да, то есть, если мы посмотрим, в первую очередь у нас идет мелкобытовая техника, одежда, обувь, косметика, парфюмерия. Я хочу отметить, что на данном графике, который предоставлен по заказам с Яндекс.Маркета, здесь мы не видим питания, да, то есть мы не видим доставку еды, мы не видим непосредственно пищевку, которая обладает также огромной долей в рынке e-маркетинга. Быстро растут некоторые сегменты, давайте о них поговорим. Да? То есть это товары для спорта и активного отдыха, товары для животных, детские товары, одежда, обувь, аксессуары, продукты питания. Это те ниши, которые сейчас, в общем-то, на волне, и их распространение в интернете и заказы растут изо дня в день. Что касается сокращения, немножко сократилась электроника и техника, но также косметика и парфюмерия. Кроме того, мы видим, если брать статистику по большим ритейлерам, то ежедневно увеличивается количество заказов. И кроме того, вот если у нас сравнивать январь 2015 и январь 2016, то мы видим, что в этот месяц количество заказов вообще на 30% увеличивается. То есть это серьезные цифры, что нам говорит серьезно о том, что рынок e-маркетинга растет. Одним из главных показателей любого интернет-сайта, любого интернет-магазина является конверсия. Так что такое конверсия? У нас, предположим, пришло на сайт 1000 посетителей.
Из этих 1000 посетителей 10 человек сделало заказ. Да, то есть отправило в корзину, оформило, мы получаем конверсию в 1%. Мы берем другой интернет-магазин, который торгует абсолютно аналогичной продукцией, и также 1000 посетителей сделали свой заказ, зашли на сайт, 30 из них сделали заказ, конверсия у нас получается 3%. То есть показатель конверсии в 3 раза выше у одного сайта, чем у другого. Да? То есть это показатель людей, которые заходят на сайт, и показатель тех людей, которые делают окончательный заказ. Что касается инструментов, которые сегодня мы можем найти в админке Битрикса, которые нам очень важны. Мы можем посмотреть, что это за люди и откуда они приходили. Мы можем посмотреть, из каких устройств они приходили, да, то есть какие поисковики, либо какие устройства. Мы можем определить время и период, за который они находились. Да, нас интересуют, например, ночные заходы, либо нас интересует статистика за определенный месяц. Мы все это можем посмотреть. Что касается статистики, проведенной Левада-Тестом, абсолютно недавно у них появилось исследование, то, что 63% вообще граждан Российской Федерации никогда ничего не заказывали в сети интернет. Что это значит? Это значит, что те люди, которые сейчас уже являются взрослыми платежеспособными пользователями, которые заказывают в интернете, они будут расти, да, их возраст будет выше, и они будут продолжать заказывать. А та молодежь, которая сегодня еще не является платежеспособными клиентами, она также станет взрослее и также будет потенциальными клиентами. Кроме того, также существуют люди, которые еще пока не познакомились в силу своего возраста, либо знания интернета с e-маркетингом, и они в том числе будут ежедневно делать заказы, что мы видим на слайдах с предыдущей статистикой. И поэтому битва за тех клиентов, которые еще не пришли в интернет, это огромный процент интернет-заказов, которые не пришли, 63%. И те люди, которые уже ежедневно покупают что-то в магазинах, то вот здесь за них идет борьба. И каждый инструмент, который может нам принести этого дополнительного клиента, является значимым и является важным. Битрикс предлагает большое количество маркетинговых инструментов, которые поможут нам так или иначе привлечь этих людей, оставить их и дополнительно нам заработать. В Битриксе есть специальный раздел, да, то есть вот прям видно, как на слайде, раздел для маркетологов. В первую очередь мы можем посмотреть пульс конверсии. Конверсия, она определяется несколькими вещами, нам нужно всего лишь несколько вещей знать. Первое, нам нужно ее уметь замерять. Второе, нам нужно уметь ее прогнозировать. И третье, нам нужно уметь ее увеличивать. Да? То есть, как мы уже с вами обсуждали, чем больше конверсия, да, то есть, тем больше отношение заказов к тем людям, которые зашли. Кроме того, в Битриксе есть такая вещь, как бизнес-модель интернет-магазина. То есть, кроме того, что мы видим все системы статистики, которые у нас находятся, мы также можем в реальном времени посмотреть, как у нас сейчас происходит рекламная кампания. Да? То есть, предположим, мы вкладываем в рекламную кампанию 100 тысяч рублей. Конверсия с нашего сайта составляет 0,5%, и средний чек, предположим, 1500 рублей. Мы можем спрогнозировать с вами, что произойдет, если мы будем вкладывать 200 тысяч рублей. Да? То есть, какой у нас будет оборот, какая у нас будет выручка. Либо мы можем спрогнозировать, что будет, если клик станет дороже, да, если цена за переход у нас вырастет, да, то есть будем мы в минусе либо в плюсе. Кроме того, мы также можем посмотреть, что произойдет, какой прогноз, если мы увеличим средний чек, либо мы увеличим конверсию на 0,1%, на 0,5%, на 1%. Исходя из этого, мы можем понимать, какие данные у нас будут и вообще каким образом функционировать будет в дальнейшем наша рекламная кампания. Это очень классный инструмент. Кстати, говоря в среднем, сейчас средняя конверсия сайтов по России, но это где-то 1,4%, 1,5%, да, то есть, ну, это такое среднее по больнице. Понятно, что у каждых продавцов и в каждой сфере эта цифра может меняться. А следующий инструмент, который безумно важен для того, чтобы нам получать дополнительных клиентов, это АБ-тестирование. Бывает так, что наши клиенты безупречно могут заказать у нас, настроить с вами, обратиться к другой компании, либо к фрилансерам, рекламную компанию, SEO, контекст, таргет, все что угодно.
но по какой-то причине это не работает. И мы часто делаем анализ юзабилити, либо какие-то еще вещи, и понимаем, что, ну, сайт не очень. С точки зрения внешнего вида, с точки зрения структуры, дизайна, там еще каких-то вещей. Но как изначально определить, да, то есть, во-первых, то, что сайт плохой, во-вторых, даже если он хороший, какие элементы на главной странице, в карточке товара, в других страницах будут лучше работать. Единственный вариант, всего лишь один, это проверять, пробовать, делать несколько вариантов и смотреть. Bittrex своим штатным функционалом дает возможность изменять конфигурацию главной страницы, определенных модулей, карточки товара, что позволяет нам, в принципе, смотреть, да, то есть мы анализируем, как было до, и смотрим трафик, какова была конверсия, например, на главной странице. Мы смотрим то, как стало после на АБ-тестировании, и смотрим, если конверсия выше, то то изменение, которое мы произвели с помощью АБ-тестирования, мы его сохраняем, мы его оставляем, он, этот вариант нам приносит больше конверсий. Супер, идем дальше, карточки товаров. Замеряем конверсию, смотрим, увеличилось, оставляем, не увеличилось, прежний вариант. Таких АБ-тестирований может быть очень много, они могут быть постоянными. Система 1 из Bittrex позволяет делать АБ-тестирование проще, удобнее, лучше, что, в общем-то, помогает нам увеличить количество посетителей, которые задержались на сайте, которые сделали что-то полезное. Следующая вещь, без которой сегодня, наверное, не обойдется ни один рынок, это email-маркетинг и тизерные рассылки. Многие из нас уже являются подписчиками на какие-то рассылки, многие из нас по этому письму обращались, и серьезно компании зарабатывают на том, что они занимаются и маркетингом, и рассылают рекламные сообщения своим клиентам. Скажу по опыту, мы проводим постоянно семинары в городе Челябинске, и мы набираем достаточно большую аудиторию исключительно с помощью канала e-маркетинг. Да, разумеется, у нас есть и колл-центр, другие инструменты, но e-маркетинг – это обалденная вещь, которая позволяет при правильном контенте, при хорошем копирайте и продающих, скажем так, изображениях, картиночках, да, то есть привлечь большое количество трафика, конкретно там, целевых людей, которые, с которыми можно работать. У Bittrex есть специальные модули, где вы можете управлять теми людьми, которые у вас уже были в базе, которые оставили вам ваши данные, им вы можете отправлять предложения. Это очень классно работает с теми клиентами, которые, например, которые могли забыть о вас, да, то есть которые периодически делают у вас какие-то покупки, но тут на какой-то период от них появилась пауза, да, то есть, предположим, 3 месяца, 4 месяца они у вас ничего не покупают, вы можете им напомнить о себе, вы можете им об этом рассказать, вы имеете возможность простимулировать их, да, если они не ответили на предыдущие письма, никаких действий от них не было, да, то есть вы можете им предложить скидку там и так далее. Вы можете работать с тем сегментом клиентов, у которых, например, средний чек 2000 рублей, мы ожидаем, что наш с вами средний чек должен быть 3000 либо 4000 рублей. Давайте их стимулировать на то, чтобы они привыкли делать на нашем сайте заказы выше и заказы больше. Да, то есть мы даем им какие-то маркетинговые возможности, чтобы они привыкли делать этот заказ больше, при этом предоставляем скидку на какой-то из товаров, подарок, либо какую-то систему лояльности. Ну и кроме того, это одна из новых тенденций, которые есть в Bittrex, это триггерные рассылки. Уже Сергей говорил об этом немного, о том, что есть такой функционал, как брошенные корзины, как отмененные заказы и так далее. То есть с помощью, если у нас авторизированный пользователь, мы можем узнать, да, то есть кто в корзину что-то положил, но оформление не сделал, ничего не заказал. Да, то есть мы видим, грубо говоря, людей, которые, скажем так, зашли в корзину, там что-то поделали, но потом ушли. Вот этим людям мы можем делать обращение, например, да, то есть человек зашел в корзину, ничего не купил, мы понимаем, что цикл продажи, там, например, 2 дня. Напишите ему на следующий день, отправьте ему через блок тизерных рассылок сообщение, письмо о том, что вы сделали заказ, ваш заказ находится в корзине, и вы можете его оформить, оплатить, получить. Да, мы можем ему, например, там, через, если не было реакции, через день отправить еще одно письмо,
там, ну, много я на самом деле не советую их отправлять, да, и, предположим, там, третье, четвертое письмо отправить ему с каким-то конкретным предложением, да, потому что клиенты не сразу принимают решение, вот, которое бы 100% его склонило на вашу сторону, например, генерировать ему купон на скидку, делать ему какой-то дополнительный подарок, да, то есть нужно бороться при нашем конкурентном рынке за клиента, потому что все предлагают примерно похожие цены, все предложения делаются классно, все стараются увеличивать конверсию. То есть теперь нужно работать и с теми, кто у нас уже есть на сайте, с теми, кто у нас уже делает заявки и заказы. Следующая вещь, которая крайне удобна и позволяет работать с сайтом и с Битриксом, это мультиканальность. Это возможность абсолютно со всех устройств управлять заказами. Это можно генерировать также с RM-системой Bittrex24. И что нам позволяет сегодня зарезервировать товар в интернет-магазине, потом оплатить его и забрать в другом месте. Нам может позволить, грубо говоря, мы сделали с компьютера в одном месте заказ, потом мы продолжаем с ним работать в смартфоне, там, в приложении и так далее. Да? То есть это система, которая клиенту дает возможность абсолютно любым способом удобно, доступно взаимодействовать с вами как продавцом и делать у вас покупки, за счет чего клиент вам благодарен, и у вас получается больше продаж. Кроме того, очень важные вещи – это предоставить клиенту больше возможностей коммуницировать с вами. Психология клиентов абсолютно разная. Кто-то любит звонить сам и очень быстро задавать несколько вопросов. Кто-то стесняется разговаривать по телефону, поэтому оставляет форму обратной связи, чтобы ему ответили на почту. Кто-то предпочитает общаться так, либо он не может общаться по телефону в рабочее время, предположим. Кто-то, наоборот, оставляет заявку на обратный звонок, чтобы ему позвонили. Да? То есть здесь психологическая особенность. Не я звоню, а мне звонят, мне предлагают. И все эти инструменты, в общем-то, нужно давать клиенту. Кто-то хочет пообщаться, например, здесь и сейчас. Очень удобный, хороший инструмент – это онлайн-чат, который позволяет в реальном времени пообщаться покупателю с продавцом, узнать абсолютно всю информацию о товаре, о доставке, возможности возврата, о наличии, если это вдруг не указано по какой-то причине на сайте. Кроме того, оператор, если он является компетентным, если он является опытным, он может также простимулировать клиента на то, чтобы он сделал покупку, сделал правильный выбор, либо, может быть, наоборот, сказать то, что один товар к другому не подходит, и поэтому нужно сделать другой выбор, сразу отправить ссылку на тот товар, который необходим, и, в общем-то, совершить уже эту продажу. Кроме того, также есть такой функционал, как открытые линии, с помощью которых вы можете подключить большое количество виджетов и дать возможность пользователю коммуницировать с вами, как с продавцом, абсолютно со всех инструментов. Это может быть ВКонтакте, Facebook, Telegram, Viber и WhatsApp будет в планах, но и также другие. И кроме того, интеграция с CRM-системами. Более того, есть такой виджет, как обратный звонок. Пользователи, которые либо по какой-то причине могут с вами пообщаться, либо хотят, чтобы вы им перезвонили, да, то есть круто, оставляем заявку, это к нам приходит сообщением, мы видим, что человек хочет, чтобы мы перезвонили, мы делаем звонок, обсуждаем, продажа состоялась. Более того, сейчас очень актуальная вещь, как виртуально, АТС, телефонии и так далее. Это удобно не только для тех людей, которые хотят сделать себе хорошую АТС, но могу сказать, у нас стояла стационарная АТС, да, то есть это достаточно проблематично, есть свои сложности, виртуально работать намного проще. У нас колл-центр сейчас работает через виртуальную АТС, и есть возможность не только распределения, всегда есть свободная линия, но в принципе есть возможность по достаточно гибким тарифам работать и делать это все уже в одном месте. Да? То есть, грубо говоря, сайт, CRM-ка, и мы можем абсолютно через все это работать и эффективно оптимизировать работу нашей компании. Более того, мы можем это для удобства, да, вот как на прошлом слайде,
мы уже заводим контактные данные клиента, они у нас уже есть в сайте, в CRM-ке, мы видим его номер телефона, мы можем, не набирая номер телефона оператора, сразу позвонить туда, кроме того, по входящим звонкам мы также можем подключиться под конкретно наш клиент. Кроме того, возможность интеграции сайта системой Bittrex24 позволяет нам сохранять лиды, позволяет нам вообще генерировать воронку продаж. Мы видим, сколько клиентов вообще у нас было на сайте, да, то есть сколько человек зашло, сколько из них задержалось какое-то время, сколько сделали какие-то полезные действия лиды, кто конкретно сделал заказы, и в конце из этих заказов сколько было покупок. Да, то есть мы можем отследить это по каждым каналам, мы можем это генерировать, и для нашего отдела продаж это очень классный инструмент, да, для наших операторов. То есть мы видим реально, какое количество по воронке до нас зашло в итоге, и мы можем вносить корректировки и уже с этим работать. Также немного поговорю о технических инструментах. О них, ну, уже говорил во многом Сергей, но я также немного по ним пробегусь. Они являются крайне важными. Первое. Есть такое правило, раньше оно называлось правило 8 секунд, сейчас это скорее правило 4 секунд, может быть, в какой-то степени уже правило даже 3-2, в зависимости от того, насколько уверенный пользователь заходит на ваш сайт. Так вот, существует исследование. Каждый четвертый пользователь покидает страницу, загрузка которого занимает более 4 секунд. Естественно, пользователь, когда заходит в поисковую систему, ему нужно найти какой-то сайт, предлагающий товар и услугу. Он никогда не заходит на один сайт. Он открывает несколько сайтов. У него есть такая возможность, это ему доставляет буквально доли секунды сделать. И сейчас, если ваш сайт грузится дольше, чем все остальные, естественно, мы теряем с вами клиента. Если не только само время стартовой загрузки долго, но и в последующем человек ходит по страницам, и эта загрузка крайне тяжела, то это означает, что гигантская вероятность того, что те деньги, которые вы вложили на его привлечение, да, то есть клики по контекстной рекламе, инвестиции, которые вы вложили в SEO, это таргет, ретаргетинг, да, то есть это инструменты для того, чтобы вернуть вашего клиента, если мы видим, что скорость низка, и он будет уходить, это, в общем-то, впустую потраченные деньги. Для этого существует технология композитного сайта, она помогает нам увеличить скорость, она помогает пользователям работать с сайтом, с большим удобством и, в общем-то, что вполне влияет на конверсию, за счет чего мы получаем, опять же, больше прибыли. Кроме того, в Bittrex мы можем посмотреть такую вещь, как сайт глазами посетителя. Нам с вами интересно, сколько же в реальности прогружаются странички нашего сайта. Да, то есть, если раньше мы могли это только гадать, то есть сегодня у нас есть такая возможность посмотреть. Ага, то есть вот такая страница у нас прогружается столько времени, да, то есть сайт у нас работает насколько быстро и медленно. И кроме того, у нас также есть функционал и возможность корректировать это время, да, то есть мы можем это сделать, мы можем с этим работать, и это очень круто. Более того, да, то есть здесь на графике показано, как работает сайт до композита и после композита, но еще очень важная вещь, мы можем смотреть скорость сайта по географии для посетителей. То есть наш сайт, наш, может располагаться, например, на хостинге Lenovo в Британии, либо где-то еще. Подгрузка, естественно, да, то есть на территории, да, Великобритании, ну, достаточно быстро, да, то есть на других серверах, например, где еще расположены по всему миру сервера, идет дополнительная подгрузка, там существует. Но есть регионы, по которым существует, бывает проблема. Вот, в общем, что касается этих регионов, да, то есть здесь это звоночек о том, что мы можем поменять хостера, либо провести какие-то работы для того, чтобы прогрузка у нас от тех клиентов, которые нам интересны на карте России, ближнего зарубежья, мира, чтобы нам с ними лучше работать, чтобы мы могли получать больше конверсий. Следующая технология, которую я хочу рассказать, это, в общем-то, инновационная вещь, это систем, которая помогает ускорить работу сайта абсолютно во всех территориях. Да? То есть в Челябинске у нас также есть местный хостер-провайдер, который оказывает свои услуги. Да? То есть если хостинг находится в Челябинске, что, в общем-то,
ну, Челябинск, он относительно близко к Москве, практически 2000 километров, да, и, грубо говоря, территория там в Сибири примерно настолько же удалена, и территория Дальнего Востока, которая находится достаточно далеко. Так вот, далеко не во всех территориях с челябинских хостеров сайт так же хорошо работает, как у пользователей, находящихся в Челябинске. Данная технология CDN, она помогает нам передавать данные и подгрузки через ближайшие серверы, которые находятся в городах близких. И в качестве хранения облака вот этих вот страничек нам помогает быстрее их подгружать, нам помогает, в общем-то, прогружать сайты быстрее, и за счет этого удобство пользователя значительно повышается без каких-то дополнительных изменений, там, переходов на другие хостинги. Данная технология сейчас доступна для тех редакторов, кроме первого сайта. Сейчас ей можно пользоваться абсолютно легко, в том числе бесплатно, но вот прям почитал на сайте Bittrex еще дополнительно, да, то есть прям там написано. Технология сейчас работает в тестовом режиме, и если какие-то возникают вопросы, можете обратиться к технической поддержке, это первый момент, и второй момент, условия работы могут быть всегда изменены, да, то есть, ну, это как на всех тестовых проектах. Следующая вещь – это персонализация и так называемые рекомендации. Да, то есть об этом тоже немножко затронул эту вещь Сергей. Анализируются пользователи, их поведение и покупки, да, товары в сети интернета, в общем-то, на сайте. И исходя из этого, да, то есть то, что люди искали на сайте, то, что искал конкретный пользователь, то, что какое количество было просмотров и так далее, у нас является рекомендуемым в блоке, либо в каких-то других разделах, чтобы нам мы могли стимулировать продажи тех или иных товаров. Кроме того, также Bittrex сегодня может анализировать интересы пользователей и, исходя из этого, давать ему то, что он хочет. Да? То есть мы предполагаем, да, то есть мы можем знать, что он искал, предположим, один вид продукции, ему предлагать что-то похожее, что-то смежное. Следующая вещь – это нагрузки на сайт. Если на сайте проходит большой трафик, если сайт начинает продавать, то, естественно, нагрузка на него увеличивается. Это раз, два. Сегодня, в общем-то, требования даже, ну, совсем к небольшим сайтам, оно увеличилось. Да? То есть сейчас даже маленькие сайты, интернет-магазины, к ним требования такие же, как к большим полноценным сайтам. Именно по этой причине производительность проекта и безопасность является очень важной вещью, и Bittrex поддерживает свою безопасность на высшем уровне. Также очень важная вещь для работы с админкой, вот, ну, просто по нашему опыту, это многосайтовость. Сейчас на одной лицензии Bittrex можно развернуть два сайта, но при желании нам можно докупить еще фоны лицензии один из Bittrex и добавлять к каждому фону еще по два сайта на нашу админку общую. Вещь очень классная для некоторых вещей. А если у вас есть филиалы по стране, по вашему округу, в том числе там, за границей, это дает возможность нам на эти странички давать отдельно контент, отдельные адреса, но и кроме того, те, кто занимается SEO, и те, кто занимается региональным SEO, отлично понимают, что по регионам, это очень крутая вещь, как отдельный сайт с отдельным доменом. То есть это дилерские сети и так далее. Вот это, именно этот инструментарий позволяет, в общем-то, в одной админке сразу управлять большим количеством сайтов, да, то есть интегрировать их друг с другом и эффективно через SEO-модуль, через другие инструменты работать с поисковым продвижением и также получать выгоду от того, что у нас более удобный интерфейс, чем на других админках. Немножко прям скажу про защиту, да, то есть у Bittrex повышена защита по сравнению там, с другими какими-то CMS-ками. Вот, сами уже работаем больше 10 лет в сфере непосредственно разработки сайтов, плюс еще также работаем очень долгое время по продвижению, по опыту.
но просто отказались от других CMS по причине того, что у Bittrex сейчас безопасность самая высокая. И, друзья, напоследок, да, хочу сказать то, что интернет-магазин, он должен не только быть, не только привлекать клиентов, да, то есть сегодня за них нужно бороться. Когда мы заходим на рынок, если мы там уже есть, то, в принципе, нас там, когда мы заходим, никто не ждал, и если мы там уже есть, нас никто не любит. Конкуренты готовы забрать наших покупателей вот прямо сегодня, прямо сейчас. И эта война, эта борьба идет постоянно. Инструментов очень много, это конверсия, это необходимость безопасности, это увеличение скорости работы, это огромное количество виджетов, это необходимые каналы, которые позволяют работать с одного места, это возможность генерирования и прогнозирования рекламной кампании, это возможность автоматизации, оптимизации бизнес-процессов компании. И сегодня все это дает один из Bittrex. Поэтому, по нашему опыту, друзья, я всех призываю работать с этой системой управления. Как уже сказал, меня зовут Владимир Изоских, и я готов, коллеги, ответить на ваши вопросы, если такие есть. Минута. Коллеги, вы можете на самом деле вопросы позадавать прямо сейчас, пока мы на связи. Владимир тоже видит, собственно, вопросы, которые вы в чате кидаете. А я, пользуясь случаем, пока вы думаете над вопросами, раз уж Владимир затронул тему коммуникаций, давайте сделаем, как это, лучше один раз увидеть, чем миллиард раз услышать. Давайте покажем, как можно работать с коммуникациями при помощи технологий Bittrex. Как Владимир говорил, у нас есть такая штука, как открытые линии. Это на самом деле целый набор каналов коммуникации, который вы можете замкнуть в одно место, а именно в систему управления продаж, которая называется Bittrex 24. Зачем? Зачем это надо? А затем, что вы как бизнес, как владельцы бизнеса, не можете на самом деле определять, по каким каналам вашим клиентам удобнее с вами общаться. То есть вы не контролируете это никак. Более того, если мы говорим про малый и средний бизнес, то на самом деле это ваша задача подстроиться под вашу аудиторию. И если им, ребятам, удобнее общаться через ВКонтактик, то выньте и положите им ВКонтактик. Вы не можете им сказать: нет, мы ВКонтакте не отвечаем, идите вы все в Телеграм. Нет, это не от вас зависит. Вы должны работать по всем тем каналам, где живет ваша целевая аудитория. Поскольку на текущий момент, в общем-то, набор этих каналов достаточно широк и разнообразен, и более того, если есть возможность, то желательно работать по всем, и, собственно, мы такую возможность даем, то вот это и превращено в инструмент, который называется открытая линия. Если вы знаете, есть такой сервис, который называется продукт Bittrex 24. Если не знаете, рекомендую сходить посмотреть прямо по адресу bittrex24.ru. Это облачное решение, которое предлагает инструменты для автоматизации бизнеса. Ну, в случае контекста интернет-магазина, это прежде всего, наверное, автоматизация процесса продаж, то есть то, что называется CRM. Вот я сейчас зашел в один из тестовых своих порталов Bittrex 24. Не буду, наверное, рассказывать сильно про CRM. Я, в общем-то, эту тему затрагивал и в прошлом вебинаре. И самое главное, у нас есть отдельные вебинары, которые целиком и полностью посвящены Bittrex 24 и отдельным его инструментам, в том числе CRM-ка. Я сейчас покажу, как быстро и просто мы сможем добавить на наш сайт, вот только что созданный, онлайн-чат, и как этот онлайн-чат для нас, как для владельцев бизнеса, будет работать. Вот есть такая штука в CRM, которая называется виджет на сайт. То есть это специальный код, который мы на сайте сейчас разместим, он создаст онлайновый чат, и он позволит нам к этому же чату подключить дополнительные каналы. Как то? Группу Facebook, там, группу Контакта, Telegram и прочего, и прочего. Давайте посмотрим. Вот мы идем в редактирование этого самого виджета. И здесь видим, что, собственно, у нас к виджету подключено. Подключена открытая линия. Подключена CRM-форма обратной связи, то есть для тех пользователей, которые не хотят
общаться в реальном режиме времени, они могут оставить свой электронный адрес, например, контактный, задать свой вопрос, и вы им потом почтой ответите. Самое главное для нас, как для владельцев бизнеса, для владельцев интернет-магазина, получить этот e-mail, узнать вопрос, чтобы дальше мы уже по собственной инициативе могли с этим потенциальным клиентом общаться, чтобы он не ушел необласканный, так сказать. И есть форма заказа обратного звонка. Когда человек оставляет свой контактный номер, это же просто песня, он же нам сам оставил свой контактный номер. А мы ему потом звоним и спрашиваем: Василий, что нам рассказать тебе про наши резиновые, так сказать, калоши в горошек? Наша задача — собрать все потенциальные заявки. Вот инструмент открытых линий, виджет на сайт, он нам такую возможность, собственно, дает. Причем обратите внимание, здесь вот видно, что у меня в качестве телефонии на вот этом BitX24 подключен внешний сервис даже. Есть возможность подключать целую кучу виртуальных телефоний: Манго Телеком, Телфин, Задарма, Мегафон на самом деле работает с BitX24. И тоже, если сейчас еще не поддерживают, они должны выкатить обновление, будет поддерживать виджет обратного звонка. Это же вообще удобно. Если у вас мегафоновские номера, вы можете их связать с виртуальным ТС мегафона, с BitX24, и обрабатывать входящие и исходящие звонки централизованно. Но мы сейчас посмотрим онлайновый чат. Для этого перейдем в настройки, собственно, открытой линии. Посмотрим, что мы о ней знаем. Здесь есть целый ряд настроек, которые уже предназначены для обработки коммуникаций с этими вашими клиентами. Здесь можно сделать очередь. Вот в чем удобство. Вот представьте, у вас три менеджера по продажам, они должны коммуницировать со всеми потенциальными клиентами. Кто-то пишет через Facebook, кто-то пишет через Контакт, кто-то через онлайновый чат на сайте. Как их раскидать-то? Это будет означать, что каждый ваш сотрудник должен иметь доступ ко всем вашим социальным сетям, там и вот в онлайн-чатик, и бегать туда-сюда по разным страницам, чтобы где-то что-то там отвечать. Ну, а завтра появится Telegram, потом появится WhatsApp, Viber. А мы все понимаем, что огромное количество потенциальных клиентов именно там и живут. Они пользуются Viber, и пользуются WhatsApp, им было бы удобнее с вами коммуницировать через эти мессенджеры. Я уж не говорю про социальные сети, про тот же Instagram, у которого масса покупательской способности, если вы торгуете одеждой какой-то, я не знаю, украшениями и так далее, так далее. Ваша целевая аудитория. Все девочки в Инстаграме, а вы в Инстаграме, если не будете с ними общаться, вы им ничего не продадите. Так вот, можно все эти каналы замкнуть сюда, вот, на открытую линию, потом ваших троих сотрудников добавить в очередь, и вы получите практически аналог колл-центра, но не для телефонии, а для мессенджеров и социальных сетей. То есть все сообщения из ваших каналов будут падать сюда, в BitX24. Ваши сотрудники будут сидеть здесь, в BitX24, и спокойно через чатик общаться. Вот есть чатик, в котором я как сотрудник конкретного портала BitX24 сижу, и все внешние запросы будут падать мне сюда. То есть я пользуюсь одним инструментом, не бегаю никуда. Отвечаю здесь, а клиент получает мой ответ в том канале, в котором он начал коммуникацию. Здорово, да? Здесь же есть всякие автоответы, определение периода рабочего времени. То есть если человек стучится вам во внерабочее время, вы опять же не потеряете этот контакт, ему ответит робот, скажет: спасибо за то, что вы обратились, мы работаем со сталькита до сталькита, завтра вам напишем там, например. Вы подключаете к открытой линии вот эти все потенциальные каналы коммуникаций. По каждому каналу есть инструкция по подключению. Это, в общем-то, достаточно простая чаще всего вещь, пошаговая. То есть можно подключить Viber, Telegram, группу ВКонтакте, комментарии даже фейсбуковские, я уж не говорю про группу Фейсбука, переписку через Instagram и так далее. Есть платформа Microsoft Bot Framework. Через нее можно хоть Skype, хоть Slack, хоть и прочие страшные вещи подключить, если вдруг ваша аудитория там живет. Мы сейчас остановимся на онлайн-чате, то есть у меня здесь уже, собственно, все настроено, виджет есть. Осталось код этого виджета вставить к нам на сайт. Вот этот готовый скриптик, мы его Ctrl-C, Ctrl-V, возвращаемся на наш сайт. Идем, например, в шаблон. Обратите внимание, здесь в инструкции на самом деле, даже вот если мы ее отсюда посмотрим, код на сайт, написано: скопируйте код и поместите его в шаблон вашего сайта
перед закрывающим тегом body. Вот мы, собственно, это сейчас и сделаем. Вот у нас шаблоны, вот наш адаптивный шаблон интернет-магазина. Мы ищем здесь внутри тег body. Не обращая внимания на все остальное, нам это не очень интересно. Вот мы нашли этот закрывающий тег. И перед ним мы воткнули наш скриптик. То есть вот мы ничего не понимаем в HTML, вот вообще ничего не понимаем. Но слово-то мы найти можем, правильно? Мы же можем найти вот такой тег и перед ним вставить то, что за нас уже написали. Сохраняем. Теперь идем, допустим, на наш сайт как посетитель. Опять откроем анонимную закладочку. Обновляем наш хит. Опа! И появился наш виджет с онлайн-чатиком. Теперь представим, что мы Вася Пупкин, который пишет нам в отдел продаж и спрашивает про калоши. Он отправил нам это сообщение. Где мы его получили? А мы его получили в Bittrex24 в чатике. То есть мы видим входящий запрос. Он сейчас, этот запрос, пошел по всей очереди. Если бы я был в этом портале не один, а нас было трое, каждый бы из нас получил этот запрос и мог бы его либо пропустить, либо переадресовать коллеге, либо ответить. Я отвечаю. В доброй такой манере Почты России. Что видит наш посетитель? А он, собственно, видит тот самый ответ. При этом автоматически наша открытая линия, наш вот этот чат, пытается собрать контактные данные с клиента. Да, Вася меня зовут. Ах, электронная почта. Ну, допустим, там электронная почта. Можно даже телефончик отправить. То есть, если ваш менеджер по продажам сумел договориться с этим Васей, что тот оставит свой контактный адрес, то вы обратите внимание, Bittrex24 автоматически это подхватил, зарегистрировал в базе данных практически. Давайте мы сейчас вот это вот закроем, оно нам уже больше не интересно. Он зарегистрировал вот эту коммуникацию этого человека, этот контакт в качестве потенциального клиента, сохранил туда его электронный адрес и сохранил бы телефон, если бы об этом шла речь. Теперь мы этого клиента не потеряем. Можем его довести, можем с ним коммуницировать, написать ему письмо. Если бы он нам постучал через контакт или там через Facebook, мы бы ему в любой момент в этот же контакт Facebook могли бы написать, не выходя при этом из Bittrex24. То есть все коммуникации, все продажи, вот они, вот здесь. Наша задача теперь облагодействовать человека, договориться с ним о конкретном заказе, конкретной покупке. Это тоже все можно и нужно зарегистрировать в CRM-ке, чтобы мы могли оценить заказы, сделанные через чат, и увидеть, чем у нас продажа закончилась. Вот это был прям быстрый пример без подробностей, как можно легко и просто подключить виджет к себе на сайт, чтобы не потерять никакие заявки. Весь смысл на самом деле системы продаж вот в таком самом простом, самом понятном смысле заключается в том, что любые входящие заявки, будь это заявка через социальные сети, по электронной почте, через форму обратной связи на сайте, через входящий звоночек, вы не должны терять, вы должны их собирать. Потому что если человек дошел до того, что он у вас даже спрашивает что-то, он уже горячий, его надо прям хватать, доводить до продажи, ни в коем случае не упускать. И желательно, если даже он сразу не купил, собрать о нем контактные данные, чтобы можно было потом его догнать ретаргетингом в социальных сетях. Может быть, догнать рассылкой, потому что сейчас мы его проконсультировали, он пошел, накидал каких-то товаров в корзину, его отвлекли, он забыл про нее. Наша задача триггерной рассылкой довести его до покупки. Мне звонит Владимир зачем-то. Зачем мне Владимир звонит? Владимир мне может и так что-то сказать. Коллеги, вот, собственно, я вижу тут новые вопросы. Давайте сейчас вот на них ответим и, наверное, на сегодня завершимся, потому что времени уже полно, вам уже пора кушать и нам уже пора кушать. По онлайн-чату. Большой минус. Нет возможности видеть, активен ли пользователь, участвующий в диалоге. Это уже писал на ваш ресурс.
Все идеи, которые вы писали, на самом деле они попадают к продакт-менеджерам. От того, что вы просто сейчас не увидели реакцию на сайте, не надо считать, что про идею забыли. Мы на самом деле анализируем все эти идеи по разным источникам. Сайт идей – это только один из каналов. И он аккумулируется непосредственно в отделе развития продукта. Они смотрят, насколько много пользователей тот или иной функционал просят, насколько действительно он востребован рынком, потому что как бы у каждого свои идеи по продукту. И самые востребованные вещи, если они не противоречат политике развития продукта, не пересекаются, например, с какими-то противоречиями другими, они, конечно же, идут в разработку, мы по мере возможностей их в продукт вставляем. Мы не можем сделать сразу все по понятным причинам, как это. Всего на всех не хватит, потому что всего, к сожалению, мы ограничены ресурсами разработчиков в том числе и продакт-менеджеров. Мы не можем сделать все. Мы вынуждены расставлять приоритеты, но все идеи, все запросы, которые вы по продукту пишете, они учитываются и применяются для анализа, для планирования, для стратегического развития продукта. Я не показывал экран, черт возьми. Вся моя демонстрация прошла зря. Это отвратительно, но сейчас мы уже, наверное, это не исправим. Прошу прощения, коллеги, из-за того, что переключились демонстрация на меня, то я ничего вам и не показал. Ну, давайте, может быть, сейчас все-таки быстренько последний раз покажу. Так. Давайте вернемся. Сейчас я вижу, что мой экран видно, да? Владимир, кивните мне или скажите. Вы не стеснялись бы, да, мне да, сказали бы, хорошо. Так, это же, черт возьми, мы потеряли несколько минут. Владимир, это вы во всем виноваты. Давайте еще раз покажу. Итак, мы переходим в Bittrex 24. Как я уже сказал, вы можете сами посмотреть на Bittrex 24, почитать про него и, собственно, завести себе портал. Есть бесплатный тарифный план, вы можете его по одной кнопке завести, и сразу вот это вот все получите, включая CRM-виджет, тот самый онлайн-чатик. Идем в раздел CRM, там находим страничку «Виджет на сайт», в которой этот виджет, собственно, непосредственно и настраиваем. Давайте зайдем в редактирование, видим, какие части виджета у нас подключены, потому что вы сами решаете, какие именно каналы коммуникации вам нужны. Вы, например, хотите сделать онлайн-чат, но не хотите делать форму обратного, заказа обратного звонка. Или наоборот, вам не хочется общаться с клиентами в онлайн-чате, хотя это странно. И, наверное, может привести к потерям продаж, но, наверное, это зависит в том числе от того сектора рынка, в котором вы работаете. Вы можете онлайн-чат не включать, включать форму обратного звонка. Вот сейчас здесь, в этом конкретном тестовом виджете, у меня подключена открытая линия, в которой подключен онлайн-чат. Еще раз покажу, какие каналы открытых линий мы поддерживаем. На текущий момент вы можете подключить онлайн-чат, вы можете подключить публичную страницу Viber, Telegram. Он подключается через бота, но, по сути, вы индивидуально общаетесь с каждым вашим посетителем, вашим контактом. Поддерживаются группы ВКонтакте, группы Фейсбука, комментарии Фейсбука под постами, переписка через Инстаграм. Ну, Bittrex 24 Network – специфический коннектор. Если ваши клиенты тоже пользуются Bittrex 24, вы можете с ними общаться прямо из одного портала в другой портал. И через платформу Microsoft можно подключить огромное количество внешних каких-то мессенджеров, менее распространенных, скажем так, но тем не менее, если ваша целевая аудитория там живет, у вас есть такая возможность, вы можете подключить Skype, Slack и так далее, и так далее, и так далее. Мы сейчас будем показывать, как и 10 минут назад, мы будем показывать только онлайновый чат. Значит, здесь я ничего не сохраняю. Вот та самая очередь, про которую я рассказывал, куда вы можете подключить ваших сотрудников. Они все будут получать входящие сообщения в очереди, распределять ее между собой и отвечать в Bittrex 24. Очередь может работать по-разному, распределяется равномерно, передавать по очереди, ждать, например, там, минуту 5. Если один из операторов не ответил, автоматически передается входящая вот эта заявка, входящий диалог на другого оператора. Либо показывается одновременно всем, что взял тот, как это, кто первый встал того и тапки. То есть это зависит от того, как у вас работает отдел продаж.
Нам сейчас это не очень важно. Мы можем настроить на самом деле, где будет показываться виджет, в каком углу, какой у него будет цвет. Ну, давайте цвет фона поменяем на какой-нибудь там, ну, на такой вот. Всем дуракам красный нравится, берем и включаем. Указать, какой задержкой он будет и так далее, и так далее. Давайте все это дело сейчас вот мы сохраним. Кстати, можно еще вот такую штуку включить, которая будет автоматически появляться, когда посетитель заходит на сайт. То есть не ждать, пока он сам в чатике напишет, а мы его немножечко подталкивать будем. Причем вот это приветствие мы можем сделать индивидуально для каждой страницы. Ну, например, индивидуально для раздела каталога вашего. Торгуете штанами, у вас есть специальный раздел про штаны. Мы здесь так и напишем. Знаю все про штаны. Ну и так далее. Сохраняем настройки. Сейчас заодно и проверим, как это все будет у нас работать. Сейчас происходит the magic. Voodoo people, magic people. Код на сайт. Еще раз покажу, как я его вставлял, хотя сейчас он уже фактически на нашем сайте присутствует. Я пошел в шаблоны сайта, в административном разделе Bittrex, открыл тот самый шаблон сайта, который используется для нашего текущего сайта. У нас тут шаблон один. У вас их может быть несколько, и вам тогда нужно будет этот код вставлять в несколько шаблонов. Сильно зависит от того, что у вас за сайт и как его разрабатывали. Ищу в самом конце тег body, то есть ровно то, что написано вот здесь вот. Скопируйте код и поместите его в код шаблона сайта перед закрывающим тегом body. Вот он у нас уже, этот скрипт есть. Ну, предположим, что его бы не было. Тогда бы я его вот так вот вставил. Ctrl-C, Ctrl-V, никаких изменений не вносим. Не дай бог, в это дело не вмешиваемся. Сохраняем. Идем под анонимами. Пэк. В режиме инкогнито. И для этого скопируем, потому что я, конечно же, не помню уже адрес сайта. Ctrl-C еще раз. Ctrl-V. О, вот он у нас уже, наш онлайн-чатик появился. Но на самом деле виджет, если бы мы сюда подключили другие коннекторы, они бы вот в виде этих дополнительных иконочек здесь бы присутствовали. Ну, предположим, у нас есть онлайн-чат. Пользователь пишет, а мы получаем на самом деле новое сообщение в мессенджер Bittrex 24. То есть вот я нахожусь сейчас на Bittrex 24 как сотрудник, и я вот этот входящий запрос здесь вижу. Я могу его пропустить, переадресовать, все то же самое, как я рассказывал, ну, хочу ответить. Я отвечаю здесь, я не иду ни в какой дополнительный инструмент, я остаюсь в Bittrex 24, через какой бы канал мне этот клиент не написал. Я ответил, мой ответ виден пользователю, мы опять же спрашиваем у него имя, это уже, обратите внимание, происходит автоматически, нам не надо ничего для этого делать как оператору. Телефончик мы сейчас там какой-нибудь запишем, раз. Спасибо, мы с ним познакомились. Наши открытые линии зарегистрировали этого посетителя в качестве клиента в CRM-ке. Мы фактически можем продолжать с ним разговор какой-то, и вся переписка у нас здесь будет сохранена. Вот давайте даже посмотрим. Мы записали, что клиента зовут Петр, что мы получили его из открытой линии. Вот его контакты. Мы можем какие-то дополнительные поля в процессе разговора о нем заполнять, спрашивать, например. Мы видим, что на самом деле вот у нас была переписочка с ним. То есть даже когда переписка наша закончится, мы завтра можем к ней вернуться, открыть, посмотреть, как сотрудники с ним общались, какие вопросы обсуждали, до чего договорились и так далее, и так далее. Это все уже сохранено за нас автоматически. Наша вот эта система управления продажами заполняется сама. Нам не надо делать Ctrl-C, Ctrl-V контактных данных, нам не надо из Excel это куда-то там переписывать и делать лишнюю работу. Все происходит само, мы находимся на связи, мы коммуницируем с клиентом, а данные накапливаются. Счастье просто, чудеса, чудеса.
Вот такая простая в использовании штука, она очень мощная. Мы видим, насколько этот функционал сейчас востребован в интернет-магазинах и на любых сайтах на самом деле, потому что интернет-магазин, несмотря на то, что это робот, по сути, это программа, которая сама автоматически общается с вашими клиентами, люди кругом живые, они предпочитают во многих случаях живое общение, они все равно будут вам звонить, потому что вы номер на сайте указали, они все равно будут вам писать. И сейчас практика показывает, что люди предпочитают даже не звонить и не писать по e-mail, а стучать через социальные сети, стучать через мессенджеры. Вы как бизнес должны эти ситуации обрабатывать. Так, экран не видно, да-да-да, пардон, мы уже это исправили. Еще одна рекомендация. У аналога онлайн-чата «Живосайт» есть отправка журналов, диалогов ежедневно. Очень удобно просматривать и следить. Ну, как я показал, это прекрасно можно делать и в Bittrex 24, причем ну, делать какой-то дайджест. В принципе, это можно сделать в виде приложения, если вам удобнее получать дайджест куда-нибудь там на электронную почту велком. Но на самом деле живосайт это же все-таки не CRM, они вынуждены вам отправлять этот журнал, потому что они не дают вам своих инструментов управления продажами. Это атомарная такая функция. Когда вот эта коммуникация завязана на CRM, вам не нужен дайджест. Вы должны следить за тем, как ваши лиды и как ваши сделки продвигаются. То есть зачем смотреть коммуникацию, если вы видите, что сделка привела к продаже? Там все нормально. А если вы видите, что лид возник и дальше никакого движения по нему нет, вот тогда нужно обратить внимание на клиента, на этого конкретного, на этот конкретный лид и посмотреть, а в чем дело? Может быть, с ним неправильно общались. То есть подход с другой стороны. Вы должны идти от продаж и потом смотреть, почему не получается. А не смотреть всю переписку, которую вели ваши менеджеры, чтобы понять, хорошо ли они работают. Это и так будет видно по тем реальным финансовым показателям, по движениям сделок и по движениям лидов в системе управления продажами. Вот. Коллеги, спасибо, что вы с нами были. Владимир, спасибо за ваш доклад. И что вы не ушли, пока я показывал открытые линии, присутствовали здесь и ждали тоже вопросов. Контакты Владимира, я думаю, вы все записали. Они были у него на слайде. Вы, если какие-то вопросы конкретные, практически будут по разработке сайта, внедрению, успеху, продвижению, я думаю, вы всегда можете смело к нему обращаться. Да, Владимир, я правильно все говорю? Да, разумеется. Да, не стесняйтесь говорить, у вас микрофон включен, я же вижу, у меня здесь идет. Спасибо, коллеги, что были. Да, конечно. Мы будем рассылать вам запись этих вебинаров предыдущих. Я рекомендую посмотреть, потому что на прошлых вебинарах мы в режиме онлайн показывали другие инструменты в Bittrex управления сайтом. Их, как вы понимаете, много. Не постесняйтесь, не пожалейте потратить свое время. Вы увидите много нового и, я думаю, полезного с практической точки зрения. А мы с вами прощаемся. На сегодня все. До свидания. Вы были с нами, боже ты мой, 2,5 часа. Это ангельское терпение, и вас до сих пор много. Пока-пока. Всем счастливо. Всего доброго.